bend you like it's on a shit. I don't give a fuck unless you're talking with the money clips. Реклама? Вы тоже? Да вот ты чё, офигел? Без огромной территории. Последний, кого я найду, получит 300 тысяч рублей. А теперь давайте знакомиться с участниками. Сука, Илюха. Ты пропустила прошлый донат? Ты пропустила прошлый донат. Дело в том, что я работаю в месте, где будет выступать таксис. Хотел спросить, будешь ты или нет? Хочу сделать фотку. Возьмите с собой акулей. Нет. Бля, я не успеваю за таким максимум. Бля, чего стоят эти карточки? Прочитал дебил. Бля, это охуенные карточки. В смысле, это все? Вас не в своей усадьбе, но в усадьбе моего товарища Лермонтова. Мы сегодня с вами сыграем в игру в прятки. Спасибо каждому, кто приехал. Сейчас я вас ознакомлю с правилами. У нас ограниченная зона, там, где вы можете прятаться. Мы будем отслеживать ваше местоположение, и в случае чего вам организатор говорит то, что вы вышли за территорию. А в целом, там о, есть забор, здесь здание, классно. А по лесу у нас протянута лента. И также есть доступ к озеру. Вы можете прятаться где угодно. Есть одна ремарка. Прятаться нужно так, чтобы я мог... Я не представляю, сколько он готовился. Это ужас. К вам попасть. То есть мне не нужно вызывать бульдозер. То есть я своими руками должен к вам попасть. А, да, перебегать нельзя. То есть вы... Александр Сергеевич, там сзади Данте стоит. Засал, да? У меня есть одна подсказка за игру. Я смогу посмотреть ваше местоположение, но это, скорее всего, я буду делать ближе к концу. И также, если совсем все будет плохо, у нас произойдет сужение территории. Я вам обозначу территорию, в которую, в случае чего, вы должны перейти. Если вы уже будете находиться в этой территории, перебегать вам не надо. У вас будет ограниченное время на то, чтобы перебежать. В этот момент я буду стоять АФК, я не буду бежать за вами. Вам нужно будет перепрятаться. Привет. Друзья. Любимка, сори, таксис. Это ты в клипе «Красных стрингах». Да. Я, ваши 30 минут пошли! Это, кстати, все происходило в тот день, когда я покрасилась. Кто заметил? Ну, короче, кто заметил, тот понял сразу. Когда я перекрасилась, я просила, там, по-моему, реакции от ребят. И там вот Каролина и Диля, они были на съемках, и у них кружки, и там прям типа... Да, я... А что, мы начали? Все, начали! Сигму сделаем? Ого! Я езжу! Нормально, нормально, Сигма на месте. А где озеро? Озеро? Куда, пойдем. Погнали, пощемем лохву. А, кстати, забыл сказать! Чего? Победитель, кого я найду последним, получит 300 тысяч рублей! И заберет бой чемпиона у гориллы! Не заберет, и бой самой вернется! Еще на год лежать на полке. Ты уже! Я бегу! А сколько у них время на прятки? Я могу бежать! Я тоже не могу! Штаны нахуй спадают. Фу, мы бежали просто, как сумасшедшие. Просто оббегали весь лес.
Короче, для тех, кто не понял, мы все прячемся в одном месте. Мало! Кто это? 30 минут очень мало на прятки. Эй! Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Духан, Сус, Вида, бегите! Наше место, пацаны, оставим территорию. Пошли они нахуй! Это мое место! Ростик, нас четверо, мы тебя сожрем! Я с вами! Не! Да! Да, Ростик, нас и так много уже! Я бежать не буду, у меня самая тупорылая прятка из всех за всю историю пряток на ютубе. Всем привет, с вами Pineapple. И сегодня мы в закрытой школе. Я прятка Exile! Это мечта любого! Сегодня у нас жесткая пари, и мы будем по-настоящему веселиться. Дорогие друзья, я вас приветствую. И что ж, вы видите меня и видите... Пояс чемпиона. Это значит то, что второй раз подряд я выигрываю прятки. Я Pineapple. Это я Pineapple младший! Ну не убегай, Лю. Ну дай бильярдные шары, Илюш. Все бегут, я никуда не бегу, у меня все готово. Сейчас вы увидите. Мы подготовили место. Я вам сейчас его покажу. Я никуда не тороплюсь, потому что я сделаю здесь комнату ностальгии для Алиэксайла, чтобы он пришел, удивился, да и просто сделать контент. Как вы думаете, Деночка, ты не видел ее? Вот, ищи. Попробуйте найти Деночку. Я так понимаю, это реально вот там... Школа, в которой фильм, да, снимали. Сериал, точнее, сори. Я не просто прячусь, у меня сейчас будет... я буду сейчас... Ладно, потом расскажу. Только вот это вам придется поставить назад. Да. Там вот дырочка. Если что, заранее говорю, я не смотрела эту хуйню. Там можно лежать. Я не про видос Exile, я про сериал «Закрытая школа». Залазить, если сможешь, горилла, что залезет со мной? Сможешь, что залезет? Смогу, Лёх, у нас с тобой дуо победное. Илюх, я никогда не просил тебя ничего, сейчас прошу бильярдный шар. Пожалуйста. Что я имею? Я заказал вот такой вот стенд, где я буду делать Эйфелеву башню из косметики Exile. У меня тут целый рюкзак. Дай мне бильярдные шары, я убью. Ладно, я понял вас. Многие будут прятаться на улице, а я прям в центре этого дома. Он самый большой и самый очевидный. У меня будет костюм спецназ, ну как эта херня называется? Маскировочная в траве, зеленая. Ну куда лечь, я вот вообще не знаю. Я хочу как-нибудь лечь, чтобы он вообще не видел. Куда-нибудь в уголок. Ай, блядь. Я спину поцарапал, горилл, блядь. Нормально, нормально, Леша, лезь. Идем переодеваться, сейчас будет контент. Погнали. Мне надо подготовиться, я не буду просто прятаться. У меня есть план. Мне надо немножко переодеться, и, к сожалению... Это съемка без моих легендарных носков. До этого я всегда участвовал в прятках на импровизации, там искал места, сразу как приезжал на локацию и даже заранее никогда не смотрел места. В этот раз, как оказалось, многие решили сделать так же, как и я, подготовить место заранее. Но я начал подготавливать аж за неделю. Вот, собственно, мой проход. Мы идем. И, казалось бы, обычная кучка камней, подойдя сзади и приподняв вот этот камень, мы попадаем в мое логово. Нифига. Там туалетка пока штука. Ну там еще и PlayStation есть, еще и телефон-компьютер есть, и интернет, и розетка, и свет. Да все там есть. Ну все, я пока. Вот такая глубина здесь. Опа. Все, мы тебя засыпаем. Все, меня там немножечко сейчас присыпают. Ну, короче, сейчас буду как-то этот обделывать атмосферку. Настраивать здесь все, прибираться. Вот он, новый уровень пряток. И покажу, как уже у меня здесь будет все обустроено. У меня прятка просто за шторами. Просто во всех прятках. В смысле, Егорик, какие за шторы? В которых я снимался на Ютубе и на СТС. У меня была всегда мечта. Я это транслировал и говорил, что я хочу попробовать спрятаться в самом очевидном месте. Это за шторами. Штор очень много. Во-вторых, слишком просто. А в-третьих, ну как будто можно попробовать, похуй. Оля, я зацепился. За гвоздь. Главное, чтобы вылез, братан. А то, что залезешь, шкаф отодвинулся. Да. Ребят, мы повторим то, что мы сделали год назад с Лёхой. Вот иди, прячь. Просто... Спойлеров сразу бань навсегда просто. Кто спойлерит, бан навсегда. Просто пожизненно. Дай мне бильярдные шары, я уйду. Просто дайте, пожалуйста, бильярдные шары. Ну нету, если их, блядь. Да как, блядь, стол есть, шаров нет. Ну если их нету, блядь. Шары есть, блядь, просто они не хотят их давать. Мне сказали, бильярд тут не играют. Я говорю, зачем вам стол? Ну если их нету, блядь. Так они есть. Не придумали в этот век еще шары. Это древнейшая игра. Их нет, я тебе ничем не могу помочь. Ладно, я понял вас. Один раз я что-то попросил. Иди прячься. Тебе мой начальник сказал, иди прячься, по-хорошему. По-хорошему. Сейчас стражу позовем, по-другому будем общаться. Не порть вдохновение человеку.
Иди! У этих двух людей есть от меня бесконечное уважение, и вот кроме них, и вот никто так не получал, и эти люди мне отказали в моей одной единственной небольшой просьбе. О, пошли люди. Вроде вот так художник. Не, если хочешь, делать не видео. Санечка снимает. Санечка снимает. В то время вот так вот делаю. Хорошо. А ну-ка, разъеби танцпол. Я открыл, буду сюда вариться, да. Какие шансы у нас сегодня? Духовенство дало мне задачу. Какую? Найти всех декабристов, что спрятаны на этой территории. Ты что такое? Да я сам не понимаю, мне сказали возьми. Знаешь, сейчас вот в наше время, ну, в ваше время, ну, получается, в ваше время, я популярен. Интересно, в то время я был на хайпе? Сколько у тебя прочитываний было? Продолжительность чтения у тебя высокая была? Или вы начинали и такие, какой дуб? Удерживание аудитории, так сказать. Интеграции в какой момент стиха у тебя были? Я один остался. Без блярных шаров, без Ярика Дилблина. А зачем я прятался без блярных шаров и без Ярика Дилблина? Да если чего так ногой прижать? Так у меня уже, слышь, ноги затекли. Встав, вообще. Бля, слышишь, ох, плохие новости. Какие? Ну, блин, опять лох. Ребята, всем привет. Это влог смерти. Сегодня ебаю троих. У меня очень пунктуальная смерть, у меня есть Apple Watch. Вот, давай погружаемся, чтобы переплыть эту голосу. Мужики, ваш поезд улетел, все. Кто прибежал? Аэронавт с нами, нет? А нас? Каждый за себя. Голодные игры. Кинули. Прыгаю с разгона. Давайте, все. Мы поплыли. Ну вот, нас и кинула Сабина с Каролиной. Короче, я пришел на точку, меня сказали прогнали, меня не пустили с ним вместе со всеми. Давай проверим глубину. Хочешь встану по колено? Давай. Ну нет, куда? Как говорил мой дед, море пакли, море. Ну вот, знаете, вот мне кажется, никогда не наступит время, когда Ростику начнут вот верить на 100%. Мне кажется, в нем всегда будут сомневаться и пускать, давать ему какие-то челленджи, блядь. Ростик, ты намок. Типа, нет, ты не сможешь. Не, мне кажется, Ростик на все что угодно способен. Я с нервами. Короче, встал по колено, мне все равно. Холодно, что? Холодно, замерзнешь. Нет. Я думаю, вот если мне под мост встать. Да ну... Но я туда не проплыву. Ростик, нет. Туда не встану. Самый первый заметил, они просто их забрали. Вот такие друзья. Хотел обратиться. Вот этим вашим. Краткие содержания, рот. Я для кого пишу? Чтобы раскрыть идею, понимаешь? Сюжет должна присутствовать какая-то прогрессия. Влить. Я времени засек. Мне нужно вот это. А, засек. Что это за хуйня? Нынешние не понимают. Не понимают. Им, как это называют сейчас, модное слово, дофамин. Им лишь бы как можно больше информации получить за короткий срок времени. А у вас как было вообще? У меня блокнот, ему также листали произведения. Сборник стихов. Сборник стихов, да. А мы раньше плюнули и перелистнули. Сейчас это что? Весь мозг, он в сплошном перегрузе информации. Мусор. У вас отсюда летит ненужная информация для вас. А потом передай когда... Передай привет Насте привет. Поляковой, пожалуйста. Очень любим тебя. Настя Полякова, привет. Вы ложитесь спать, мозг начинает отдыхать. И происходит взрыв. И от этого вы не можете уснуть. Да, поэтому, у меня было дорогие постоянно. Друзья, цените ваше внимание. Ты что, канал на отдельный ролик решил записать какой-то, захватить этот научпоп? Да-да-да. Про дофамин, про это. Ты лучше расскажи, вот это, ты как стихи пишешь. Ты сначала бит пишешь к стиху, а потом уже записываешься? Или ты фристайлом? Ну я как-то, мы с братьями собираемся у нас на библиотеке. Трубки. Кто-то встает к папирусу, у кого-то фристайл. Тебя не слышно? Блин. Вот начинает писать строки. У тебя есть гострайтер с твердым знаком? Рики Ф и Рики и твердый знак. Нет. Уйди отсюда, я тебе говорю. Тут Александр Сергеевич. Да, у меня гострайтер Рики твердый знак. Твердый знак с твердым знаком. Вот она. Оп.
Это змея. Я вместе подумал, вот она. Нет, все нормально, все нормально. Нет, Илья нас вообще не найдет. Мне кажется, мы просто до сужения здесь. Так, мы в лесу на лодке. Вот за мной смерть. Так. Алиса, стоп. Так, иду пробовать тапиоку. Ой, блин! Твердая. Короче, ничего не получилось. Эх. Ну ладно. По делам, блин. Ничего не получилось. Ну ладно. О, так если без камеры смотреть, вообще страшно. Ты бы знаешь, как фильм ужасов, типа, смотри. Знаешь, как? Что там? Фильм ужасов, реально. Это что? Выживание в лесу от спрета. Не-не-не-не-не. Да не надо, какой, блин, зачем ты в лицо делаешь человеку? Да не надо в лицо делать. Я вот думаю, кто-то есть в этом доме. Алло! Это я, Рось. Есть кто? А вот это есть. А? Слышишь? Опа. Простите, о, что отвлекаю, о. Но меня мучает вопрос. Как вы стримите YouTube? Какая-то программа? У меня работает YouTube. Опа. Только закройте, чтобы не видно было. Короче, ребята, мне очень жарко. У меня аустрофобия. Короче, я, может, умру. Давайте. Вот смотрю, я не понимаю. Нынче такие развлечения. Понимаешь? Все... А может, у меня работает YouTube, потому что у меня премиум. Зависит от вашего образа одежды. Вот я в классической одежде и сразу Пушкин. Потом на меня надеть спортивный костюм, так я мага. Давай какой-нибудь стих про прятки тогда, по-быстрякому. За фристайл. Тебе что, это пишут, что ли, все, что вот это в книгах? Нет, ни в коем случае, я все сам. Ну, понимаете, я просто люблю одиночество. Оно так сразу не схватывается, я же все-таки не Нойз МС. Ну, тоже верно. Она, знаешь, вся суть, она в музе. Она придет... Привет. Так. Скажи, пожалуйста, привет. Что у тебя за камера и объектив? Заранее спасибо. И привет от мини-стримера из Самары. Привет. У меня объектив Sigma, а камера Sony A6000. Ты сразу, оп, стих не генерируется. Вот муза приходит, ниточка пошла. А как вообще вот женщины, как говорится? Может, чтобы... подкаст с твердым знаком. Подкаст. С Пушкиным. Подкаст Пушкин. Вот вы вызываете людей на дуэль. Не боитесь, что вас убьют? Слушай, я довольно хорош в этом плане. Я еще ни разу не проиграл. А вы вот говорите, что русалки сидят на ветвях. Они же без воды умрут. Это как это у вас? Чекните на нахуй. Пошел вон отсюда. Стража! Так, давайте я сейчас схожу в туалет, потому что мне еще лежать. Я знаю. Ты со мной в туалет? Ты реально все время тут стоял? Я придумал одну гениальную идею. Точнее, не гениальную, а выкручиваюсь из того, что есть. Учитывая, что костюм говно, я залезу на дерево. Но это выглядит как хуйня полная, конечно. Ну хотя, да, есть, давай. Не, ну вообще, да, неплохо вообще. Не, ну слушай, прикольно вообще. Как будто бы не участвовал в прятках, просто за магазин вышел. Лариса Нецова, вы можете проводить такого человека? Возможно,
Ух ты. У меня нет шлица, я пайнэппл. Ярик, я тебе психушку хотели забрать. Какую психушку? Вы что, угораете? Привет. Ты знаешь меня. Я самый крутой и злой. В этой комнате я подготовил костюмы. Вам это о чем-то говорит? Это было из одних пряток, где Илья Иксайл был охотником за привидениями. Это первый костюм, у меня еще таких три, которые я развешу для него, и он просто офигеет. Скибиди удивление будет. Второй костюм выглядит вот так. Далее у нас идет легендарный Пеннивайз. Это были первые прятки, куда меня позвал Илья. Самый легендарный — это вот этот мексиканец, марокканец, леопард, тренд и хайп. Самое интересное, я завтра выступаю. У меня завтра концерт. Время 11 часов вечера, я иду прятаться в кустах. Пов, я Влад Куэртов. Нет, я Данила Горилла. Похож на Данилу Горилла? Я на черешни понял, салат оливье, пиццы. Я капли в нос не взял. Один плюс, я не смогу, не буду чувствовать твой пердеж голимый. Второе, я не смогу дышать. Короче, есть один нюанс. Все шторы закручены с помощью вот такой вот хрени. Один вариант — всех их распустить, чтобы они были в открытом положении, но... То, что ты не думал переехать с этой ебливой пресни, думала. Но... Меня пока все устраивает в целом. Я пожила тут годик. Ну, доживу еще до конца, наверное, надеюсь. Хотя бы доживу. Мне бы дожить до следующего лета. И тогда уже буду решать. Если Илья был здесь, это палево просто отвешиваем. Я надеюсь, мне за это ничего не будет. 20 минут потратим на это. Но можно очень много отвесить штор. Блин, палевно выглядит. Но если выиграть, находясь за шторами, это пи***ц. Ребята, аналог нашего производства. О, нормально. Знаю, что вам придется лунки немного расширить, но да. Вы в этом мастера, думаю, справитесь. Держите. Да. Ярик, пошли на стол, занесем сразу. Так, ну что, погнали. Я тут местный, если что, аккуратно с деревьями, ребят. Так это мое дерево. А, ну все, дойду. Вот смотрите, вы видите меня с гримом, угадайте, кто я. Андрей Кокошка или Каролина? Мать, куда пузо тянешь? Я потерял себя. Ютуб закрыли, денег нет, реклама не продается. Подписывайтесь на наши одноклассники. Я продуктов питания. Горох. Я горох взял. Ты что, еб... Ты мразь, не дай бог ты ее откроешь, ну здесь. Ну ладно, тут чуть-чуть. Пару банок. Дай бог ты ее откроешь хоть одну банку. Пару банок. Фасоль. Фасоли чуть-чуть. Очень полезно в последнее время для желудка. Четвертая банка. Технологии. Раз. Один. А как они сидят внутри этой коробки? Да. Я, конечно, сказал, что проще будет с голубями отправлять. Просто взять 20 голубей, у каждого свой голубь, и мы, собственно, один обмениваемся информацией. Что, это телеграмму написал? У вас осталось 10 минут. Прием, меня слышно? У вас прекрасно слышно, сударь. Простите, это вы кому? А что фреймдеймер-то не прячется? Я могу, пожалуйста. Ваши голимые нудятства преподают в школах нам. Потренируй речь финальную перед выстрелом. Ну что, есть один смельчак, которого я хочу вызвать на дуэль. Он и кто снимает, он будет постоянно снимать? Он оскорбил меня. Нас еще Анатолий Сульянов с твердым знаком на промоушен вызвал. Хочет заплатить мне. Хардкор файтинг? Хардкор. Чего? Он хочет заплатить мне достойный гонорар. А вот топ-5 поэтов, по вашему мнению? Оксимирон. Заслуженное первое место. Я не знаю почему, но в современное время меня называют. Есть две причины. Во-первых, я участвую в перестрелках, якобы. И то, что у меня есть родственники в Африке. То есть могу я себя называть в теории? То, что у вас фамилия? Пушкин. Кряския. Я предпочитаю четверостишье. А оказавшись перед царем Александром Третьим, что вы ему скажете? Как-то Александр Третий вот и не имеет. А какой там был? Два их всего. Ну, вторым. Ты дро... Если что, сразу предупреждаю, все совпадения случайны. То есть это вымышленный образ. Мы никого не хотим оскорбить этим, правильно?
Вот вы пишете стихи, да, у вас очень много стихов, много книжек, сборников. Вы, у вас нет выгорания, вот как вы отдыхаете? Слушайте, идите вы нахуй. Я отдыхаю, летаю во Францию, иногда не по своей воле в Сибирь. Выгорание, не часто бывает, но я вдохновляюсь. Есть один популярный американский автор, Сударь Бист, с цвертом знаком. Он пишет хорошее произведение. Мистер Зверь, по-моему. Мистер Зверь. Сударь Зверь. Вот. Зачастую я смотрю его ролики. Что значит ролики? Смотрю, я читаю его произведения, и он отличается тем, что если я расписываю, пытаясь раскрыть персонажей, то у него все его произведения как краткое содержание. То есть у него все книги — это одна страница. Представляешь? Да не может быть. И там собрано все просто. Ты смотришь, у тебя глаза. Да где ж такое видано-то? Вот, а у нас вот большие книги. И еще им это больше платят. За строчки? За строчки больше платят. За 1000 прочтений у них это 7 рублей, у нас 1. Да и у нас сейчас выключили. Вот. Не платят нам за прочтение в последнее время. И, так сказать, спонсоров нет. А спонсор сегодняшнего стиха – квас хмельной. Пороходобывающая компания. Лошади из Италии. Прошу меня. Ну, короче, из этого просто мне нужно сделать башню. Как я это сделаю, я вообще не знаю. Блин, ну вот тоже, тут как бы усадьба, за всем ухаживают, кусты такие лезть, где ухоженность. Нашли бильярдные шары? Да. Супер. Нет, мы не нашли бильярдные шары, мы нашли просто шары. Ну, это уже не то будет. Сами не знаете тоже куда? А мы не будем прятаться, мы просто... Мы просто заводим. Камеру скажу, мне кажется, для Ярика Динкина есть. Пойдем до машины. Ружье? Нет. Ну, мы пока не будем открывать, нам надо дойти до бильярда. Но у меня просто в машине лежали кии, которыми я играю в русский бильярд. И поэтому я просил Илюху 4 часа шары, потому что у меня были кии, а шаров не было. Пообещай мне то, что мы здесь на победу. Мы должны повторить подвиг. Еще одна фасоль. Давай, каждому по 2 банки гороха и по банке фасоли. По гороху и по фасоли. А теперь иду в свое место. Ну, перед этим за кое-кем зайду. Не без этого, конечно. Ну как? А как же без этого? Да никак же. Ну чтобы в случае совсем туго станет, тоже кое-что взял. Ой, блин. Для меня? Не для меня же. Они вдвоем, 5 минут уже осталось. Торопимся. Салам алейкум. План? Притвориться NPC. Мы когда надо с Люхой смотрели локацию, двигаться. Нам сказали, что хорошо, что вы не снимаете пятницу и субботу, потому что сюда иногда приходят бухать на речку мужики. Я это услышал, я это запомнил. Я нанял 2 актеров, которые будут отыгрывать быдланов. Если Люха только к нам приблизится, они до него просто как в комнате той. Короче, я взял 2 повербенка и кириешки. Вот меня и загримировали по чаке. Думаю, выглядит довольно неплохо. Ну и устрашающе. Мне тут надели парик. Я нахожусь где-то. То есть тут вообще ни хрена не видно. Жду Илюху. Здесь прям очень хуёво. Да. Ну там, походу, ничего нет. Типа, здесь там везде заросли. Пошли плавать на лодке. Думаешь? Да. Это что ли? Не знаю, тварь. Это слава. Это слава. Это слава. Это понятное дело. Выруби свет. Слушайте, а это вся ваша прятка? Да, да, это все. Можете уезжать. Забирайте. Бля. В походы точно нельзя ходить. Мы на секунду отошли от берега и уже потерялись. Короче, давай, Илья удачи. Никого не найдет, кроме Саши Парадеевича. Что вам вашей хуевой прятки? Ну, я так и думаю тоже. У нас со Славой такой план. Мы тут было 2 лодки, мы взяли 1, и на этой 1 лодке мы отплываем подальше и будем не сидеть. О, боже, ладно, удачи нам. О, NPC. Понимаете? Доктор. Идиот. Все, у меня время суток, вообще-то положено спать. А я самый крутой этой школы. Какие шансы на победу у тебя? Нулевые вообще. Где второй плед дубина? 2 пледа было. У меня мой. Я взяла. Какой твой? Вот можно, плед, можно дура. Можно с вами? А ну молчать. Короче, мы берем вот так и вот так. Это основание нашей башни. По идее, она должна быть подкошена и так далее. В теории мы делаем вот так. То есть мне нужно просто склеить их между собой.
У меня нет проекта Эйфелевой башни, потому что я и так знаю, как она выглядит. Я не стремлюсь выиграть. Я стремлюсь отомстить Илюхе XL, потому что я просил у него бильярдные шары 4 часа, он мне просто сказал, я не дам тебе Илюхе XL. Можно проверить, Лёх. Вы не тут, не хлопайте. Вы Илюхе их найдёте. А, там Сайдин секрет. Ты, блядь. Вот его точно не найдут никогда. Я никогда нигде не выигрывал. Интересно, меня сегодня первым найдут или, блядь, вторым? Ебать, расколбас полный, блядь. Я все ставлю. Салфет. Кальмар, ебать, в ротах. Ой, блядь. Вот, а как вообще вот подняться? Как вот, я тоже хочу стихи писать. Как вот пробиться? Уже еще можно? Просто так много уже знаменитых авторов. И непонятно вот мне, как найти своего читателя. Прозвучит банально, но никогда не останавливайся. Руку. То есть это как правильно сказать? Набить. Набить руку, да. Просто есть люди, которые решили, что они поэты, и они свой стих сразу на доску объявлений. Ну это же кринж, мэнчик, реальный. Поэтому всем вам я рекомендую сначала набить руку, чтобы ваши близкие друзья удостоверились. И главное, спросите у них правду. Это самое главное, чтобы они реально признали, что ваши стихи хуйня. И только тогда, когда они будут признавать и говорить вам честно, что стих хороший, можете вешать их. А потом авось в редакцию какую-то на печать разойдется. Заберусь. Да. Оп. Видишь, пара забита у нас. Что здесь за шум происходит? Приходилось ли вам когда-нибудь в жизни прятаться самому? Приходилось. Сослали меня. Я вообще человек скромный. Но есть люди, которых называют шоумены. Есть один, вроде как, писатель, поэт с Уфы. Его зовут Моргенштерн. Куда цепочка? Дерзкий. Вот это? Дерзкий. Не знаю. Я слышал. Мозаика, спасибо за подписку. Прям вот здесь что-то написал. Они там до утра сидели. Не иначе. Пропади, пропади. Чур. А у вас осталось всего ничего. За версту минут. Ба-ба. Ну что, карта того, кто как спрятался, выглядит примерно вот так. В лесу никто не спрятался, кроме пародии. Кто не спрятался, я не виноват. Все, иду искать! Опять. И вообще хотел обратиться. Если вам нужно будет обналичить пушкинскую карту, пишите мне. Расходов. Да ну на. Да все, чтобы вот так работало, да не в жизни. Попробуй, может, со всей силы выходи, дебил. Ладно, дебил, выходи, нашли тебя. Так, ну, а если серьезно, спустя столько времени, больше года прошло, и что главное, за кадром Александр... Несравненный укротитель. Несравненный укротитель этого... Как, не кадра, как правильно сказать. Укротитель этой ленты. Вот это в наше время. Ой-ой-ой, погодка, Санечка, ты чувствуешь? Еще хотел отметить. Впервые у нас прятки проходят на улице дополнительно. Ну, именно с обширной какой-то территорией. То есть зона не, ну, очень большая. И задача у нас сложная. А я остро на ухо. Я послушал, что есть парочки у нас. А именно Каролина с Сабиной. И, так сказать, разъезд. Так сказать, те, кто при делах в свое время был, они тоже, насколько я знаю, но я это подслушал, то есть... Опа. Они спрятаны вдвоем. Я думаю, надо вырываться сюда. Ты что, слышал? Что происходит? Да, Лермонтов обжился. Не, Лермонтов нормальный парень. Он часто пятницы запирал. Саня звонит, видимо, поиздеваться хочет. Алло! 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 У меня такой вопрос. Я просил, так сказать, некую долю работающих здесь людей. Почему-то все вот, так сказать, заявляют, что у тебя самое сложное место. А ты нашел кого-нибудь? Исходя из того, как ты уверенно и громко разговариваешь, видимо, тебе правда какое-то хорошее место. У меня здесь полный комфорт. Я уже думал поспать. Точнее, я уже планирую сейчас ложиться спать. Я тут неподалеку. Ты возле меня один раз прошел. Знаешь, где я сейчас нахожусь? Где же? Улица Пушкина, дом Колотушкина. Наташа, когда вы уже с Владом Куэртовым раскроете свои отношения, каждый день около пресс не сосетесь. Вы милашки. Отстань. Вот скажи, пожалуйста, у тебя... Я говорил, я могу 24/7 с тобой общаться, ты мессенджер. Слушай, а если ты такой смелый, может, у себя еще музыку включишь? Я и так ее слушал и слушаю, у меня же МТС. Все включил. Я устал. Делом и найди... Я могу 24/7 говорить, у меня же безлимит. Ай, ладно, короче, давай. Ёжик. Прикольно, они рекламу сделали.
О, еще карту. Вау, прикольно. Поберегись, Пушкин заходит. Ты на телепортируешься? Проводить надо. Надеюсь, сами справитесь. Парки, прятки уже на новом уровне. Сань, вызывай лошадь. Вызывай Яндекс.Лошадь. Здесь творится какая-то чертовщина. Ага. А и тут тоже открыто. Блять. Я, конечно, не специалист. Да не особо верю в духов и призраков. Но это уже какая-то хуйня. Я смотрел сериал. У них в каминах всегда потайная дверь. Кстати, если что, Александр, вы вправе полностью мне помогать, если вы заметили чего-то странное. Да, я не знаю, где кто прятался. А это фейк, там нет выхлопной трубы. Ну ты толкнул бы дверь хотя бы. А, ты имеешь в виду там то, что дверь? Ну, вдруг там потайная какая-то проходная. Может, за это, за... Слышишь, может, поколем их по-быстрому? Опа! Это выглядит подозрительно? Вот подозрительно. Как будто никто бы не стал забивать... Проход? Я бы мечтала дом с камином иметь. Ну, я думаю, что... Дебил, можешь выходить. Там еще одна такая. Вздумали играться? А ну-ка. Ну все, дебил, можешь выходить. Ты че? Наташ, а тебя никогда не звали на прятки или... Они пытаются отвлечь нас, мы напали на след. Ох, нет, там пи***а. Ну там как будто вот, как будто туда можно влезть. Давай мы просто, пусть там человек, если он залез, пусть он там побудет, мы к нему вернемся, я уже заморась. Давай разожгем костер просто, он сам вылезет. Все-таки нашел, да? Шары я нашел, да. У меня стоит вон два кия вместо своих, вот они. Если не знаете, как они собираются, вот как держишь, как бьешь, так вот их. Просто чисто такая вот аккуратненькая скруточка. Ну что, партия? У меня есть для тебя ки даже. Вот это мой будет, а это у меня есть ки. Ки это, смотри, для это вот он спрятался, да? Ну что, я начну тогда, товарищ, не против? О, да. О, плохой вот, лежишь, видишь, и шары плохая расстановка. И как бы, ну, не отыгран ни один шар. Мы сейчас ударим. Нога на... Как бы на линии у нас удар становится. Вот. Делается мост, я играю с высоким мостом. Достаточно. Мне так просто комфортно. Ноги играют прям с низким мостом. Вот так. Я играю с высоким мостом, не касаюсь. Левая нога у нас может подсогнуться, чтобы расслабить поясницу. Вот, встали, концентрировались, прицелились по двери раз. Оттянули, сделали паузу. Отыграли, вот, шар у нас отыграл. Следующий удар. Если бьется с краю, там становится мост, ну просто на краю. Вот я хорошенько целюсь. У нас классический удар, кстати, без винтовки, ничего. Кстати, я как-то играла, по-моему, я, Каролина, Куэртов и этот... Как его? Янчик. Ебать, Влад играет жестко в бильярд. Очень хорошо играет в бильярд. Я вообще офигела, я вам клянусь. Он очень жестко играет в бильярд. Я, наверное, никогда не видела настолько круто играющих людей в бильярд. Спасибо за рейд. Привет, ребята. Хас. Он тренируется очень много. Да. Ну, то есть он буквально закрывает игру, по-моему, за 5 ходов. Типа за 7 ходов. Шар отыграли, получается. Шар отыграли. Все-таки я попробую. Передаем все-таки ход, так как выживал. Все-таки попробую, да? Смотрите, я был во Франции. Я человек довольно-таки опытный. Я общался с одним чемпионом мира, правда, не вашего времени, скорее чтет. Он мне показывал стойку. Одна нога кладется сюда, отодвигает стул. Далее принимается вот такая вот ударная поза. Это мост. У меня мост очень широкий. Тут сложность в том, чтобы принять упор. Мост. Далее. Не всегда получается. Я все-таки не профессионал. Но это сложная техника. Все-таки попробую отыграть мяч стандарта. А эта поза уже меня научили в Китае. Смотрите, главное, чтобы ваша нога, ваш носочек был параллельно с кием. Александр Сергеевич, главное отыграть. И тут вы взяли и... Ой, хорошо как отыграли, а? За культуру российского бильярда. Извините. Еще раз. За культуру российского бильярда. Дай вам Бог здоровья. Спасибо вам за чудесную, чудесную партию. Простите, а какого хуя происходит? Я с вашего позволения еще потренируюсь. Какие-то немногословные рейдеры, ну да. Чемпионаты. Спасибо вам. Успехов вам, Владислав. Спасибо. Ага.
Слышишь? Ой. Отвлекающий маневр. Тут какой-то дебил, скорее всего. Что-то ты не прятки! Если бы он не зашел, Ярика бы просто нашли. Привет, Наташа. Ты где? Вопрос по поводу мерча. Здесь. Что за... Я что, на хоррор-квесте каком-то? Я тоже не понимаю. Что за кукла Чаки? Чаки просто спас Ярика. А прошу не мешать. А там просто забыл вещь одну. Какого х... Я тоже не совсем понимаю, но... О, смотрите, отыграй для вас пару шаров. Попробуй отыграть двойку сразу. Вот. Получилось только один, к сожалению. А вот этот бьется вот так вот просто. Оп. Он сразу ушел. Вот этот. Да, удар сразу. Все-таки никого. Ладно, пройдем дальше. Никого. А что, дерзко поймали уже? Я думал сначала, что он за мной типа пришел, а он за Илюхой. Илюха просто опасался. Самый главный момент, Илья начинает проверять, и в этот момент за ним он начинает бежать. То есть это тебя спасло, можно сказать. Пайнэппл снова в здании. Я вообще от школы в бильярд играю в русский. Представляю на чемпионате. У меня сегодня была директором поставленная тренировка. Ну, собственно, я занимался. Нет, там свое занимался в целом. Готов к завтрашнему чемпионату. И друг у меня есть Ярик. Вот его учил еще играть. А у него там история с девчонкой завязалась такая. Ну, довольно-таки неприятная. Отказала она ему. Ну, я вот ходил там, успокаивал его. Здорово, мужики. Андрюха звать меня. Миша. Мишаня. Там Серега еще идет. Серега. Сегодня вместе рыбку половим. Да баб. Обсудим. Нет, сюда. Жарко очень, но надеюсь, холодно не станет. Ну вот так, это мой вариант. Неплохо, неплохо. Страшно стало. Ты один тут, я пойду. Давай. Останься. Может, пиво? Пиво будет? Пиво. Пиво. Завтра в лагерь. Куда? Завтра у нас зэки-уголовнички. Зато да, Илюха да, точно да. Не подойдет. Никто не подойдет. Я тебе клянусь, я думал, будут актеры, понял? Да, да, да. Какой лагерь? Да, 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 да. Лагерь. Отыгрывай тоже. Садись. Зажигалка. Ну чё, пошла возня. Блин, не взял с собой ни воды, ни снеков. Ладно, потом закажу. У меня есть кислородный баллон. На случай, если у меня кончится здесь воздух. Зацените, какая постель. Вот такая постелька. Нифига. Так вот, на пеноплексе, блин. Так что сейчас буду дальше обустраивать, порядок наводить и напишу, как все будет готово. Где? Серег, ну ты что тут? Здесь, здесь. Теряйся. Дрюха меня спать. Не, на квест не. Серега. Серега, Серега. Мы играем в прятки. Прятки? Прятки, нас чтоб не нашел нас. Вот, просто будем сидеть, жарить мясо и ждать, когда он придет. Не, слушай, со спины вообще непонятно. Если бы даже сценарием будет проходить, могут не увидеть. Прикольно. Чё? Воняет. Жидкость. Фу, тварь, сын гороха, бля. Где они спрятались? Мужики, как вам новый альбом платины? Интересно, куда поц пропал? Так, ну чё там? По пивку давайте. Чё это? Вы актеры, да? В каких фильмах снимали? О, я уже и забыл. Аватар, я видел вас там, вы синий. Да я знаю. Вы на чьей стороне? Оджи Будда или обладает? За шкафом. Оджи Будда или обладает? Оджи Будда. Я тоже. Оджи Будда. О, видишь, четко. Специально ты делаешь такую же стойку, просто делаешь на край стола, чтобы было удобно. Оп. И вот сейчас мы разыграем эти шары. Понятно. Ну, хотя я научу немножечко поработать. Задача на Не всегда, да? Короче, смотрите, задача такая. Нас ищут, мы играем в прятки, на ТВ снимаемся. ТНТ. К нам будет искать нас сюда, когда сюда будет идти, надо с меня максимально укрыть. Я буду так сидеть. Вам надо будет встать и просто, чтобы он испугался как-то подойти. Такие, что тут снимаете?
Давайте порепетируем, я сейчас подойду к вам. А Андрея тут не видели? Привет, чувак. Какого Андрея? Какого Андрея? Мы тут в пивосику. Выпьешь стаканчик с нами? За компанию. Ну что ты сразу бежать куда-то? Не пью. Ну чуть-чуть. Давай стаканчик, Серега. Угостим товарища нашего. Он еще очень любит, когда прям его трогают. А ты ничего. Пока я знаю, что. Че, если он нас найдет, ты резко встанешь. Ты встанешь и пледом прикроешься. Я скажу, что я тут один был. Он что-то не полезет. Полезет, в прошлый раз ты отдался. А в этот раз, если что, я отдамся. Я могу разборкой встать ногами наверх вот так. Да. Вы же знаете, да, эту тему. Самые классные места, самые очевидные. Но я считаю, что я нашел лучшее решение из того, что можно было. Только сижу попой на холодной земле. Все, короче, если будет проходить, постараюсь подснять его. Хотя мне даже голову вертеть нельзя, мне только столб обнимать и все. Ну, короче, я сразу говорю, я бороться до конца жизни не буду здесь. Если мне холодно станет и начну умирать, я встану и уйду, мне... Я не буду здесь сидеть до конца жизни. Так, мой домик почти готов. Не знаю, где Илья. Тем не менее, покажу вам сейчас полуфинальную версию моего дома. Мой диванчик. Такие моя постель. Легкий свет, чтобы вайбик был. Тут у меня вещички, подушечка. И, конечно же, здесь у меня экран для будущего моей машинки. Увидите потом. Это у меня генератор для того, чтобы электричество работало и PlayStation 5 питалось. Чтобы вы поверили, вот, PlayStation. Сейчас буду играть либо в UFC, либо Человек-паука, там уж посмотрим. Также у меня есть интернет, ноутбук с двумя экранами. Пацаны, вы плюс вайп. Плюс вайп. Плюс вайп. Фри Соса Мьюзик. Фри Соса Мьюзик. 52. Сосун Мьюзик. Вот я помню, когда приехал смотреть эту локацию, ровно тут же шел и принял окончательное решение о том, что мы будем прятаться не только внутри вот этого здания, но и снаружи. Как думаете, сколько раз я пожалел об этом? Конечно, когда светло, но думаю, попроще было. А в полной темноте здесь вообще ничего не видно. Вот смотри, просто вот туда сними. Вот по сути это играбельная территория. Я там должен искать людей, я должен идти сквозь вот крапиву, которая вот здесь вот, и искать людей, да. Тем не менее, территория огорожена лентой. Я еще, если честно, эту границу не видел, потому что я даже не понимаю, насколько она огромная. Поэтому 100% нужно было какое-то приложение, которое отслеживает местоположение людей, для того, чтобы они не выходили за границу, и организаторы им сразу сообщали, что вы вышли из территории. Ну и плюс, рано или поздно, мне нужно будет воспользоваться подсказкой. Я уж, собственно, в него зайду и посмотрю, где он находится. А я точно это и сделаю, потому что все очень печально. Я вспомнил, что когда-то мы с подписчиками снимали ролик их друзей, например, на съемку. Пока еще являют в кирпичах подходящее впечатление. А я, возможно, чуть позже. Вот так вот, давай. Если ты ловишь, то это тебя очко, значит. Вот я играю с подскоком. Вот ты не словил, ты же что мне, значит, Оп. Ну, четко отыгран мяч. Короче, прошло минут 10, у меня жопа замерзла, пиздец. Просто. Я не знаю, короче, либо мне перебегать на какую-то другую локацию, но мне только либо лежать, либо сидеть с жопой. И сам прикол, он даже приблизительно возле меня не ходит. Мне ждать, пока он до меня дойдет и меня найдет. Это просто жесть. Ты меня наскидывался, напердел, придурок. Ты обосрался, чувак. Как страшно. А можно потише, у меня ребенок спит. Че, мужики, вайбите с танцев инстрины. Ну, окрашка, да? Полное неуважение. Да, согласен, братан. Я была хорошего мнения о тебе. Ой, Сергей, так и блин. Ну что, давайте по сузочке. Да, я под контролем. А то по 200. Куда хуй? Работа сначала, пацаны. Давай чуть попозже. Всем приятно вообще так слушать. Так, подытожим. Вылазка вышла удачной. А, Илюха, скорее всего, насрал штаны. Получилось даже так, что я ровно смог подойти к нему за спину. Чуть-чуть попугал его. Теперь я опять в лесу. В общем, сейчас, думаю, пойду. Найду какое-нибудь другое укромное место, посижу там, дождусь его. И буду кошмарить весь выпуск. Чаки-чаки. Спасибо, чат. Еду. Чипсики.
Мы разбудили стаю уток. Они все сюда плывут. Не, все, они боятся. Короче, чтобы вы понимали, только что на берегу несколько собак прям было. Я свечу фонариком-то прям глаза видно. Реально? Ах, да. Они умеют плавать? Конечно. Если что, веслом отхуярим их. Короче, ребят, привет. Я сел в какую-то дырку, она просто вот... Не знаю, наверное, я тут не могу высидеть. Тут еще мало воздуха. У меня мокрые ноги и температура 40. Чувствую, я умру. Ты здесь? Ребят, снимайте. Вы не думаете, что мы можем светом привлечь, блядь, наоборот? Кого, животных? Мирацию. Ребята, мы в такой ступе находимся. А если здесь медведь? Какой медведь? Прикинь, медведь здесь. Ты можешь помочь? Волк. Ты можешь помолчать с Сабиной, мне реально паничка началась. Хочешь, я разгадаю, это медведь или волк? Ты можешь заткнуться на Таро? Хоть в какой-то момент. Вы понимаете, что если, блядь, даже какая-то хуйстика, мы отсюда не выберемся? Оно сзади ходит. Ты понимаешь, какое-то Короче, животное тут бродит? Не, да не угорю, ты слышишь эти звуки? Давай его сожрем. В принципе, здесь удобно. Но только очень маленькое помещение. Сабинина мама? Что? Сабинина мама? Слышно, что здесь кто-то рядом спрятался в чемодан. Наше место пряток. Это в пруду просто по центру. Страшненький. В честь Ова. Дебил. Я понял, он вот так вот. Побежал. Мы как будто в каком-то вот этом меме, где температура 40. Да-да, сны. Сны при температуре, да. Че, мужики, как на личном фронте? Да он мне сейчас поругался. Со своей? Да. Со своей. Куда поехал? Какие съемки ночные. Чувствуешь дебилов? Чувствую дебилов. Все, тебя нашли, можешь уходить. Кто-то... Даже за тобой лезть не буду. Кто там? Никого нет? Нет, там точно есть, разгребай. Точно есть, дебил? Да. Дал тебе надежду, да? Хоть ненадолго, но дал надежду. Ага. А вот и, собственно, в конце спрятан дебил. Мы это место запомнили, вернемся к нему попозже. Угу, угу. Че, там нет никого? Да нет никого. Не верю. Да ладно, дебил, можешь выходить, все. Слушай, ну не стал бы никто так заставлять это место. Просто так. Думаешь? Да. Иначе нам очень много искать, нам нужно пробивать версии. То есть, типа, нет такого варианта, что здесь все-таки была уборщица, правильно? Не, заставили. По-любому, слишком много предметов. Я не говорю, представляю, сколько по времени. Есть дедукция. Проверим, Саша, твою дедукцию. Я не дай бог, кто, блядь, по мою душу придет. Сука! Застрелю! Стрелю! Саша, запрячься. Я не могу так прям. Не, подождите, я не могу так работать. Я так... Мы так не договаривались, блядь! Чёрт! Это Леонардо Ди Каприо. Твою мать! Стоп тебя! Что, ни одного дебила думаешь? Вот я, уважаемый поэт, чтоб я... Пошли дальше. Я чуть уже... Поспотел. Поспотел, да. Тут голова просто, кички беги туалет. Вот здесь. С удара туда просто. С выстрела. Не там ебало, я бы помер, да. Обращаю внимание на потолки. Я тебе прикинь, вот так просто сверху. Саша, вот не знаешь, я что-то вот иду, меня когда призвали, у меня покалывание какое-то в груди. Не понимаю, вроде ничего нет. Что-то вот больно. Как будто выстрелили в меня. Я же не проиграл дуэль? Не, ну? Нет. Хочу посмотреть, кто со мной рядом. О, на необитаемом острове 3 человека. Кто это? Каролина на острове. А, и актеры из Слова Пацана. А, еще рядом Слава. Слава в реке с Диларой. Они встречаются? А Илюху видно, вот он идет. По центру ходит. На самом деле, удобно. Мы как будто в игре компьютерной. У нас тут просто в приложении все на картах в блинке. У меня есть баллон. Это глотать? Или в нос? Фу, жесть. Короче, я, наверное, отсюда вылезу. Или нет. Капец, это на камере странно выглядит. Ну, очень непривычно. А чипсы не едят? Короче, мы хаваем сутками из Дилары. Кормим их чипсами. Кайфуем. Я вот сейчас подумал, может мне забраться на дерево, а? Серьезно? Возможно, да. Что?
Я в каком-то подвале! Ну, а ты где? Лёха! 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 Ты где? Я сейчас к вам приду! Он сейчас звонил человеку, который нас сюда привез. Слушай, мы тут сидим, тут какие-то звуки непонятные. Да. У нас какие-то хрусты, бобры, грызуны какие-то, кабаны, крысы. Но нас не слышно. Тихо, вы слышите, кто идет? Все хорошо. Каролина, блядь, кого-нибудь, Сабина. Давай, давай, давай. Крысы, все на меня. Я может... Дочь прислала сообщение, что сидит и с комарами, и с какими-то водными крысами. Говорит, волки. А вот там какая-то тоже дверь. Опа. Лермонтов! Да подскажи мне! Странно или нет? Фу, блядь. Е***ь операторы. Слушай сюда, сынок. Я боюсь, что сейчас все... Нет, может быть, здесь какая-то, ну, секретная комната. Нажать, может, куда-то повернуть что-то. Подожди, замок вот здесь. Мне неспокойно, Саша. Саша, вы мне неспокойно. Сашенька, мне неспокойно. Боюсь я. Боюсь я, Саша. Да это бедно! Она смотрит на меня в окно, я ее обнаруживаю, она убегает. Ну что это за часа? Никого? Ну, вроде порядок. Сукины, блядь, дети. Прошу не шуметь. Прошу прощения. Может, на улицу? А? Собственно, нахуй кто? А знаешь, что я хочу проверить? Вот, мне интересно помещения, которые они до этого были пустыми, потом их заставили чем-то. Это ты про какое? Вот это я сейчас туда иду. Слушай, искать не могу долго. Наташа, как будто. Александр Сергеевич, вы меня поймите, я со всем уважением. Мы что-то никого не найдем. Он еще подготовился. Здесь в куст превратится и все, и... Там динозавр. Алло! Я чувствую там кого-то. Алло! Я чувствую чье-то сердцебиение! Алло, ты меня слышишь? Я чувствую, как он дышит. Я чувствую это! Но... А в сериале говорили что-то об этом бункере, мини-бункере? Ладно. Откуда Сашка знает об этом? Я попозже приду. Кто это? Что происходит? У меня просто ковыряют. Мой дом. Я чуть в штаны насрал, когда он пришел. Это дерзко или кто это делал? В штаны напрудил, но тем не менее, я вот сейчас улегся поудобней. У меня тут видео. Где Илья? Кто? Илья. Я не Илья. Где Илья? Где Илья? За тобой. Спасибо. Здрасте. Ну выходи из роли. Здрасте. Блядь, я в линзах нихуя не вижу, если что. Я сейчас рыгать буду. Не рыгай. Это Макдоналдс я сожрал. Короче. Короче. Мне нужно найти Илью. А я его вижу. Зачем тебе Илья? У меня есть пара вопросов. Слышишь? Да, я слышу. Все прекрасно. Что? Ну, собственно, все на этом. Александр! Александр! Илья! Ты... Что ли? Я на него напал, а он начал драться. Я не понимаю, зачем? А это кто? Что, ну что за наверху там? Что? Какая-то птица огромная, светящаяся. Есть такое, что дел, блин, какой-то хорни в последнее время. А как мне разговаривать? А, может, типа, вжиться в роль, как они стать? А, соски зачесались. И жопа. Ладно, ребятки. Ребят, если вы это смотрите, вы просто обязаны подписаться на канал Ильи Ксайла. Нам осталось чуть-чуть до 10 миллионов подписчиков.
Мне еще все вот это, еще делать выше башню, потом делать вот эти балконы, вышку. Короче, вот такой длины сейчас палки четырехслойные. И там кто-то трещит в этом коридоре. Так, тихо, кто разговаривает? Призраки. Здесь кто-нибудь есть? А что если, короче, ну, пряток не существует, никто не собирался их снимать, просто меня посадили здесь в кусты, короче, домой уехали, потому что я никого не вижу. У меня вопрос, а вы реальный актер? Мы? Да. Ну да. Сань, у тебя сколько ты уже в кино? В кино? Да. Занес уже. Ну, лет 5, наверное, есть, да? 10 лет. А, более 10 у тебя. Ой, веселье так и прет. Ну что, давайте посудочки. Да, я под контроль. А то по 200. Ну, сразу надо разливать, я думаю. Конечно. Куда? Куда хоть? Работа сначала, пацаны. Хоть бы меня первым нашли. Меня ждут, я просто... Я пойду, короче. Не. Я сладенький. Для них. Пожалуйста. Останься. Я тебе денег заплачу. Сколько? Кого порубать? Слишком, мне кажется, толстые брёнышки, они же будут, будут очень долго, дольки. Меня обсуждают, как они меня зажарят и схавают. Меня попросил актёров. Актёров, видели, как Тимоти Шаламе? Ну? Актёры. Опа! Произведение Ви читали? Конечно! Нет ощущения, что какая-то чертовщина, блядь, здесь происходит? Вот тебя вот это не смущает? Что там? Там динозавр. Какой еще динозавр? Голова динозавра. С цепями. Ага. Справедливости ради, вот как думаешь, это не супер очевидное место? Не знаю. Я почему-то думаю, что это, вот там вот есть какая-то перегородка, и как будто вот за ней кто-то спрятан. Но это ж тупо, нет? То, что человек там спрятался, что не. Очевидное место. Ну вот и обнаружил тебя, дебилоид. Это что, меня динозавр съел? Другая реальность, где смерть Пушкина вот так выглядела. Блять, и никого, прикинь здесь. Блять, а как обратно? А. Пошатнулся. Петличку не проби. Так, смотри, вот я хочу посмотреть, нет ли кого наверху. Бля, за что взяться? Да идешь ты нахуй. Наверх надо? Давай я тебя подсоблю. Сейчас, Саша. Бля, какой-то ебан в крапиве, я клянусь. Я еще думаю, что какой-то ебан на дереве. А в этих колоннах тоже дырки. Думаешь, какой-то из этих колонн есть человек? Не знаю, их качать надо, может быть, чтобы дебил упал, как банан. Как кокос, ебаный. Осы нахуй, и на меня нападают. Ты осиное зелье какое-то расколотил, блядь. Тут оса, блядь. Да пошли нахуй отсюда, короче, просто. А вы не видели тут одного такого молодого человека? Высокого, красивого. Я? Ну, ты, конечно, тоже очень красивый. Спасибо. Но, боюсь, у нас назначены встречи. Я с ним встречусь, а потом вернусь к тебе обязательно. Пойдем, я тебе покажу. Пока? Он в кустах. В кустах? Да, он в кустах. Пойдем. Ой, Лариса, а вы не видели? Сорвалась, сучка. Ну, ладно, я еще найду. Мужики, кто голышом в реке купаться? Шань. Ну, не знаю, что я. Ему, кстати, идет, подходит, как будто бы чайки. А я на тоже сейчас, я веган. Есть такой вариант. Машины все здесь открыты, да? Какого хуя? Ладно, давай пошли в здание. Что за диван здесь? Это же супер тупо. Там вроде места нет. Стой, ну по идее, я же его не смогу поднять, если там человек одной рукой. Да. Либо я ебанут сильный. Я не могу, или я ебанут слабый. Что-то там есть. Думаешь? У кого-то дебил внутри какой-то. Ну, он здесь очень странно, да, стоит? Типа, как будто меня хотят запутать. И вот... Или это кто-то заказал себе диван, который ты сейчас порвал. Есть дебилы? Дебилы тут вообще все. И вот он, да? Сладость. Да, блядь. Может, на дереве? Над диваном? Чтобы я, вот когда я вот так вот возьму, ударю. Да я не поверю, если сейчас. Кислород кончается. Не могу сидеть больше. Не поверю, если по Радевичу первого найду. Обладает или Адзибуда? Отзыв Буда, очевидно. Я взял заложники оператора, и я впервые на лодке. Я ничего не вижу, куда мы плывем. Нам на остров? Да. А как управлять эту хуйню? Мы плывем вообще? Мы по кругу плаваем. Слушай, дай мне. Разрешите доебаться. Как у вас дела? Тихо.
Да. Да тише, тише, тебя нашли? Чё кричишь? Нет. А зачем меня искать? А что вы тут делаете в кустах? Не важно. Не важно? Я желаю вам самой крепкой, продолжения крепкой вашей любви, чтобы вас любили не так, как меня, потому что меня не любят ячаки. Всего вам хорошего. Романтично. Только я не понимаю, как уплыть. Короче, к нам приехал Дерзко, да? Да, к нам приехал Дерзко, и мы решили поглубже к берегу встать. Фу, и я приплываю поближе к берегу, я понимаю, что я бьюсь обо что-то головой, и я смотрю, это пчелиный улей. Ты, короче, вот так гребешь, и такой, ты чё, я не понимаю? И там просто вот такая копна. Это полутази, потому что я бьюсь об него головой, и я понимаю, что он такой... Да, еще у нас огромный баул. Это, наверное, одна из моих таких фобий, не дай бог. Давай. Это я делала чай для нас. Ребята, кто стоит? Чё? Чай вайп только уже остыл, зараза. Мам, я на другом острове приплыла. Короче, мам, здесь какие-то животные, и... а еще здесь экзибиционистов где-то штук 12. Они бегают и показывают нам письки. Очень переживаю Сабину. Она прячется в месте, где очень много комаров. Думаю, будет вся покусанная. Сегодня вы обосрали, рассказываю. Вы абьюзер. А вы токсик. Токсик. Вы можете сейчас поговорить с друг другом? Ты будешь его абьюзить, манипулировать, а ты токсичный. Сраный абьюзик, иди, не трогай меня. Помнишь, на петле зимой, а? Не помню. Не ведись, он манипулирует тобой. Абьюзик. А ты ходит абьюзик уже. Вам бы, мужики, вам бы к психологу обоим. Я токсик, понял? А ты всего лишь абьюзик. Абьюзер. А вы умеете вот таким голосом говорить? Ребята, я токсик. Я токсик. Абьюзер. Блин, очень круто то, что они так сделали. Почему ты не убился? Я тебя ждала. Изучайте литературу и не страдайте. Какую литературу такое, когда здесь происходит это? Почему в школу? Почему ты не пришел? Мы договаривались встретиться. Ты мне обещал. За мной погнался какой-то сумасшедший с топором. Ты каждый раз мне обещаешь и говоришь, посмотрим. То есть теперь ты мне веришь? Теперь я не странная. Я шел, вон там, шел вот там. А это актеры или что это? Настоящие актеры закрытой школы, да? Или что это? Да потому что я люблю тебя! Я его не люблю. Ну я это хотел сказать, видишь? Я в ловушке. Я из полиции. Вот мое удостоверение. Верка, у меня большое звание. У вас здесь засвистался преступник. Я пришел разобраться. У меня есть большая схожесть с Пушкиным, да, мне все это говорят, я понимаю, первые мысли. Это констебль. Да, вот мой ордер. Вот еще мой, кстати. У меня ордер одного выпуска. После этого я странная, вы серьезно? Вот после этого. Я в туалет, у меня там дела. Можешь показать, как заказать пимс на дом. Просто я тупой не могу понять. Там у кого-то есть область доставки, у кого-то не доставляют, там, по-моему. Кстати, ты уже поздно. Вы пробовали табак? Нет. Пройдемте за мной, у меня есть уникальное заведение, увеселительное, идемте. Там очень темно, сухо, не сыро. Идемте. Идем, он говорит, идем, надо доверять. Вы талантливый. Я долбоеб. Лучше я не скажешь. Вы талантливый актер, говорит. Я всех прогнала с этого этажа. Мне разрешил завуч. Я же сказала, что мне нужно заниматься. В лесу увидели гномика. Просят вас спуститься. Вот ордер. Его убираете, если вы помогаете мне делать доклад. Давайте. Я ищу здесь человека. Я даже сказал, что несколько людей. О чем доклад хоть? Они бегают, говорят, что играют в прятки, они все не сумасшедшие. Доклад по биологии. Ага. Меня вдохновила одна вещь. Я здесь нашла. Ага, слышишь? Это замануха. Знаешь почему? Две девчонки. Мы... Паспорта показывайте, 18 есть? Да. Нет. Тогда... То есть вас никак не удивляет двухголовый кролик?
Вы серьезно? Вы ищете каких-то психов выдуманных? О, вот это сюжет, вот это уже отсылка. Это отсылка. Друзья, на данный момент, если вы не смотрели «Закрытую школу», это была отсылка. Я не могу здесь больше находиться. Я не смотрела, кстати, «Закрытую школу». Это что-то про магию, да? Что-то как Хогвартс, только в русских, да, традициях? Нормально. Вот это точно какой-то потайной выход. Но... Ага, дебил! Он просто кувыркнулся. Мы в каком-то пи***це полном вообще. Да. Опа. Чё, потайная дверь? Да, была. Да, только что была. Как феи винт? Теперь ее нет. Странно. Может быть, ее сделали для прикрытия, чтобы были везде такие и где-то в одном... Там типа мистические вещи происходят в школе. Вместе кто-то прячется? Да, мне заспойлерили просто весь сериал. Ага. Ну это уже не по моей части. Айда Пушкина, айда сукин хлопнули. Сын. Ну? Братан, слышишь? А когда не сукин сын? Это кто-то истошно орет, блин. Пойти добить, что ли, блин? Кто-то идет. Мне интересно, как там жопа Дани Кашина? Кого там режу? Она же замерзла. Странно это все, Саша. Странно, что, то, что не я не нашел до сих пор Каролин. Минут Странно 30. То, что лошади, когда мы зашли, не делали вот так. А, они так, опа. Бля, очень криповые игрушки. Честно говоря, в таких условиях... Сложно работать. Да, сложно работать. Соска, передай привет Марине Плесс. Просто лав впервые у тебя, но знаю давно. Марина, привет. Где будет лекция по физике? Я могу подсказать только по литературе. Когда стрим с любимым Андрюшкой? Да и не будет стримов с Андреем, ребят, я же говорила. Ну давайте по литературе. Точно не в этой комнате. Ну, она вот в главном здании на втором этаже. А кабинет? 35-й. Там нет такого. Блять, не получилось мне. 16-й. Спасибо. Тут ни хера нет, кроме грёбаных вот игрышей здесь ничего. Подожди, сколько людей мы ищем? Мы ни одного до сих пор не нашли. Мы двоих нашли, подожди, тоже не отчаивайся. Не отчаивайся. Смотрели мистер Пушкин, зайдите попозже. Да, что у всех? Вы, не, подожди, вы в курсе? В курсе? Я в каком-то перформансе? Подожди, стой. Я, ну типа что, я не в прятки играю. Я в сплошном перформансе, в сплошных завозах. Ну зайди, открой, он там что-то. Нельзя, мистер Пушкин, 5, 2, 3, 4. Сука, грёбаные завозы. Ладно, мужики, мне кажется, мы вместе не пропадем. Пропаду только я, плюсу. Опа! 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 Ты думаешь о том же, о чем и я? Ты чертовски прав, ублюдок. Еще раз повторяю, вот мой орден. Уважаемый товарищ Констембль, я позвала взрослого человека, может быть, вы ее хотя бы послушаете? Кто такой Констембль? Я черт его знает, ты сам это придумал. Я? Пусть подсадят тебя лучше. Да. Зажми Ctrl, блин. А мне нужно попасть туда. Что, мне подсадить тебя? Не-не-не. Я сам справлюсь. Возможно, ты потом поможешь, когда я сломаюсь. Но... Вы знали, что она закрыта с прошлого года? Да пи***ш полный. Потому что произошел несчастный случай. Сейчас еще один будет. Ну-ка, разойдись. Оп-оп-оп. Да, думали, тупой? Вы тоже Пушкина видите? Кого? А, всем стерли воспоминания, да? Я так и знал. Я так и знал. Лукоморье, дуб зеленый. Продолжите. Обладает цвет на дубе дом. Кто написал? Автор. Постой. Ты моя умненькая. Святая голова. Лес! Наверх. Уважаемый. Пиздец. Он забрался в славу. А, Евгений? Онегин. Кто написал? Онегин. Лермонтов. С кулака. С кулака. Да врывайся, как в рестлинге. О, о. И чё, весы, я сумасшедший по-вашему. Да. Да, ты потолок ломаешь. Конечно, ты сумасшедший. Остановись, человек. Так. Тихо, тихо, тихо. Женщина. О. Это карма мгновенная. Женщина, доверьтесь мне просто и всё. Сильнее давай. Просто толкани туда его. Тебе повыше надо что-то, повыше. Дайте! Я знам, Александр Сергеевич. Человек, он разрушает нашу школу. Он пытается ломать потолки. Давай, пи***ца сходу. Здравствуйте. Он ломает потолки. Здравствуйте, здравствуйте. Кто эти все люди? Александр Николаевич, спускайся, спускайся. Я не Николаевич, я Сергеевич. Ребята, здесь какое-то недопонимание. Ребят, недопонимание. Да, просто не вмешивайтесь. У меня есть ордер на обыск этого помещения. Сейчас. Вот ордер.
Да, знаете. Ирина Васильевна, пойдемте. Не мешайте работать, пожалуйста. А еще вот. Ай, да еще раз нахуй. Надо было качаться, а не стихи писать. Да, подожди, нам нужно кресло. Ты чё, ебаный? Нет, да. Ты, ты подставишь всю поэзию. Поверь, я надежда этого русского хип-хопа. Ага. Ну все, дебилы. Вот и все, блядь. Вот вы и попали все, дебилы. Все, дебилы, выходите. Ну-ка давай, выход Баратова. Да там точно дебил какой-то. Там стопроцентный дебил. Не, либо ты сам сейчас выходишь на фразу «выходи, дебил», либо я просто, ну, залажу у тебя. Я понял, тебе нужна какая-то помощь. Давай об меня. Вставай на меня. Против? Давай сниму, может. Вставай. Прости, Саша. Давай, блядь. Операторская доля. Саша тебя родина не забудет. Нихуя здесь в мире. Кто там? Здесь керамзит, ну это материал. Выхожу на охоту по дебилам. Блять, я не так себе это все представлял, когда я решал снимать. Думал, будет весело, понял? А не вот этот. Цирк, ебаный. Тут еще есть выше, прикинь? Не может быть. Блять, чуть не разъебался. Смешно будет, если к тебе сейчас начнут бежать. Я слышу каких дебилов. Понял, я тут местного жителя, не тот, который ха-ха, а местный житель тут говорил, что да нет у нас никаких мест, нет там типа подпрятки каких-то. В то же время, блядь, мы просто вообще в ахуе. Ты здесь? Я в ахуе. На крышах никого нет? Нет. Все, респект. Нашел? Нет. Да, блядь, не может быть. Это что там на... Кто заорал? В смысле, а если бы ему организаторы сказали есть? Ну это ж по факту, блин, это ж... Прям керамзите закопался, это вообще пи***. Семья из царства отогрыши, пожалуйста. Илюх, но мы с тобой в одной команде. Помоги, пожалуйста. Они идут к тебе? Да. Вы до сих пор ломаете потолок? Да нихуя подобного, ёбаный урод. Там преступник опасный у вас. Да я не верю, бля. Я не верю, что здесь никого нет. Там нету никого вообще с нами, говорит голос просто. Я ничего не понимаю. Забери меня наверх. Дети молодежные фишки научу. Я вот так вам кидаю, а вы его вот так ловите и вот так рукой делаете. А теперь вы. Опа! И теперь мне, киньте мне. Все, и это... В ТикТок на нарезочку. Бля, ребят, пишите в комментах, если токсик и абьюзик, комфортики. Токсик, плюс вайп. Я токсик. Токсик. Здесь гномик, помогите. Где? Помогите, здесь гномик. Где? Помогите, к нам пришел. Помогите, здесь гномик. Помогите. А как слезать? А прыгай на кресло, оно мягкое. Помогите, здесь гномика. Гномик говорит о том, что она видела Чаки, что она видела Пушкина, что она видела белых медведей. Помогите, здесь гномик. Александр Сергеевич Пушкин. Да нахуй, это я. Это бред. Я понимаю, что это бред. Это я. Это не бред. Да помогите, здесь гномик. Да здесь гномик. Даша, куда ты пошла? Помогите. Даша, вернись. Это гномик здесь. Да, он гномик. Да вот гномик. Помогите. Я с такими не работаю. Я вирусолог. Я еще раз говорю, я разрабатываю вакцину, но явно не лечу психобольных. Я психолог, тут гномик. Так помогите гномику слезть оттуда. Да я не могу, я боюсь. Как он туда попал? Как нехуй. Я пошел за директором. Не надо, пожалуйста, приводить его сюда. Я не собираюсь это слушать, Лариса. Мне уже хватило за сегодняшнюю ночь. Хватит. Ну вы помогите здесь. Ну что мне с ним сделать? На ручки его взять. Ну тут гномик, блядь. Что мне тоже с ним сделать? Страшно мне, блядь. Это не я его сувал туда. Я открыл чердак, оттуда смотрит на меня эта морда гномья. Мне кажется, что у вас проблемы. Да какие проблемы? Я в шляпе, у меня все нормально. Я джентльмен. Помогите. Да помогите вы, люди. Прыгай. Гномик, ух, блядь! Да прыгай! Наоборот, в таких моментах говорят, не прыгай. Не прыгай! Прыгай, так и я здесь. Говорю, она отвратительная психотерапевт! Да я не психотерапевт! Все 7 суицидов из 7 были на сухо. Я вирусолог!
100% выполнил. Статистика идеальная. Да хватит завозом. Ты нахуй, я к тебе. Тихо. О! Не, он так ебал. Он сейчас так ебал наоборот. Чувствуй землю. Носочком. Чувствуй землю. Носочком. Ну, почти земля, это кресло. Благодарю. Все, взять его, это гномик. Я, между прочим... Покажи им, они не понимают. Удостоверение мы видим. Если вы опять покажете удостоверение, я вам сломаю руку. Покажи. Уйди, пожалуйста, отсюда. Сказали тише. Тем временем Даня Кашин мужчина, тут гномик. Блять, Даня Кашин просто и его жопа просто сейчас... Ну, почему? Что это у вас за перестановка, знаете, несанкционированная? Александр Сергеевич, убирайтесь. Не выражайтесь. Не решайте работать мне, я поэт. Я так вижу. Я ловлю музу. Данон, можно к тебе? Нет. Блять, помогите, здесь гномик. Мы только по туалетам шаримся. Что с нами стало? Я уверен, что очень много людей спрятаны в таких простых местах. Но если они спрятались в лесу? В лесу, то им не очень хорошо, я думаю. Да ебать, нахуй. Слышишь, она пугает меня. Я же и могу трогать, могу въебать. Ох. Тут гномик. Кто ты там сверху? Я не знаю, кто. Но я, у меня кончается кислород. Нет. Как будто минус вайб только от этих актеров, но есть такое. Но они на то и актеры, они же не режиссеры. Выходите. Вот, слышу, что Пушкин рядом. Давай, ломай, не забудь, туалет. Ага, дебил. Очень круто придумал. А вот что? Кто будет целлофаном накрывать? Ой, боже. Дверь открывай. Да-да-да, я как раз сюда и стремлю. Помогите здесь. Вот что делает, тварь. А? Что делает? Там есть что? Что-то, может быть, и есть. Ну что вы на самом деле ко мне пристали? Потому что вы шляетесь. На Шри-Ланку поеду, знаешь, когда ребенка рожу, вот, ну, туда, на Мальдивы, вот, когда уже с детьми. Сейчас вообще. Мы стучали, ушли. Я же предупреждал. Я же на благо. Ищу преступника. Вы думаете, он здесь, мы его прикрываем? Конечно. А вот это здесь? Вот ваш, по-вашему. Да хуй. По-вашему. На, спроси. По-вашему. Вот да это, проси. По-вашему. Удостоверение. Вот это, во-первых. Во-вторых, по-вашему, это вот что? Это... Мёртка. Это убийство. 52. 52, братаны. Я не знаю, о чём же. Да-ну-на. Чё? Блять, что там? То самое, Саша. Да быть не может. Мистика? Нет, Саша, ты понял, что? Да. Так, лица показываем. Показываем лица. Лица показываем. Показываем лица. Я тоже какой-то. Показываем лица. Показываем лица. Лица показываем. Обнимите его, что ли? Пошлите! Идем! Скорее! Не так быстро, построились! Это уже какие-то сны при температуре. Эй, пошлите! Они так быстро не могут. Помедленнее, Люк, помедленнее. Ты их нашел раньше, чем надо. Я не знаю, что сказать. Это вы дураки, блядь. Сука. Это они сейчас забьют нас. Ну его надо. Я им не успел дать команду, они уже все нашли. А кто там есть вообще? Что там за люди? Просто медведи. Лица. Это что, блядь? Это улика, зачем ты так? Это двуглавый кролик. Что это значит в закрытой школе? Двуголовый кролик, что это значит? Я не знаю, что это значит. Ладно, короче, ну уже... Не получилось, не фартануло. Ну, а вы должны были искать его и просто прятаться. И, короче, они должны потом вместе появиться, чтобы ты понял, что он не один. Вот, но просто так получилось, что не... Ну, это... Как? Нет слов. Не всегда получается то, что вы задумываете, ребята, но не отчаивайтесь. Нет, это как раз это смешно. Я не успел просто поговорить, даже с ними познакомиться, они уже вышли сами. Ну ладно, короче. Они тебе должны были передать вот это просто в конце, но я чуть-чуть не успел. Для тебя есть секретное местечко, ты сам его надуешь, Илья Луфь. Ты уже знаешь, где это место. Как будет время, заходите. Подожди, здесь не спрятаны люди? Да ёб твою мать! Да в ответ дай, да не терпи.
это, все медведи дебилы. Там кто-то есть, наверное, внутри. Я тоже так думаю. Так, построились на показания. Вот ордер на обыск ваш. Лица, лица показывайте, лица. Тихо, мне знакомиться надо с вашими лицами. С лицами надо знакомиться. Да не убегай ты, дай ему отпор, по голове бей. Давай, давай, ответь им, ответь. Дай им, дай. Саня, давай, Сань! Саня, дай им! Иди сюда. Посмотри лицо вот там вот. Вот этого медведя. Подожди. Ух, твою мать, блядь. Не так должно быть вроде. Вот их слабое место. Уничтожай их по одному. Как у титанов. Уничтожай, уничтожай. Давай, рви их. Рви их. Они знают, знают. Там кто-то есть. Я дал одному. Доставьте поэта, блядь. Вот это кто? Быстрее, снимай маску. Вот, в маске. Вот он, по центру, по центру. А, Скуби-Ду? Маску, маску. Скуби-Ду, так, срывай. Гретель, где? Блин. Я его тоже не знаю. Все, надо уходить. В помещение уходи, это их слабое место. Сашенька, это вообще не... Спать охота. А зачем это? Просто караул. Хорошо, гаду. А нормально тебе в тепле сидеть? Это тот самый замок, где умерла вся семья. Их призрак ходит по этому зданию, надеясь вновь обрести покой. UFC. Вроде Илюха уже начал искать, но я думаю, что еще не скоро на улицу пойдет. Скоро начну подключать свои камеры слежения. В целом, пока сидится нормально, чуть жарковато. Но это просто все у того, что маленькое помещение. Меня зовут Pineapple. Я ананас. Ананас. Вы очень красивая. Я красивая. Куэртов идет. Леона, Куэртов идет. Что уже нашли? Почему все бегают? Я не понимаю. Люди на улице. Почему участники? Я просто стою. Единственный минус этой прятки, что мне надо прям постоянно стоять. Сейчас зрители... Подожди, то есть Дилблин и Егорик спрятались за шторами, да, оба? Ой, ты меня, я думаю, это... Куэрт, за что? А Pineapple-то... Но вот что-то мне подсказывает, что может прокатить. Значит, ситуация следующая. Я очень хочу в туалет. Просто смертельно. Я пошел. Скорее всего, сейчас спалюсь. За ошибку делаю. Но если что, я схожу в туалет и вернусь на это же место. Но я не могу, реально. Ну, чуваки, в лес не хочется идти. Там усадьбы как-никак. Спасать я вопрос решил. Андрей, сколько лет? Да. Привет. Ты единственный, кто меня любит. Я тебя обожаю. Как ты? Клево. А что ты тут? Мы с мужиками рыбку жарим. Очень приятно. Чаки, а вас как? Токсик. Токсик? А ведь вас как? Он шарит. Хай. Честно, обосрались, когда его видели? Нет? Есть немножко. Я немножко обосрался. Котях малость вылез. Кто? Котях вылез малость. Куда вылез? Котях. Пойдем нарубим дров, ребят. Можно с вами пойду? Он точно набил. Блин, его так закрыли. Кто это? Дай мне вылезти. Давай. Подожди. Качается кислород. Что? Ты же в курсе, что он идет? Кто? Он. Кого? Идет. Реально? Илёха! Тихо, тихо, уйди! Ты чего вылез? Иди на место. Подожди. Мне надо выходить. Короче, ребят, я пока на улице, потому что там дышать реально не мог. Воздух кончался. Я заболел. Пошли к озеру. Блять, я перегружен от всего произошедшего. Да, да. При условии, что мы еще не нашли никого, кто прятался. Мы нашли всех, кто сам на нас. О, гномик! А я-то куда? Ну стой! Да я-то, блять! Подожди, он же добряк, нет? Да.
Ты ж добряк! Поговори с ним. Ты ж добряк! Привет! Я с миром! Я твой друг! Я друг твой? Я друг! Кто это? Я не люблю всех тех людей, которые ставили на те эксперименты. Они... Один из них он. Он не, тоже не, плохой. Это неправда, это неправда. Плохой он, плохой. Я нет, я не плохой. Плохой, подсвечиваю его. Подсвечиваю его, убивай его. Я с миром. Слушай, раньше Дантеса один ты сделал. Один реально завоз. Весь хайп себе заберешь. Я с миром пришел. У него есть ордер. Да, я хочешь только на злых людей, ты неплохой человек. Ну и ушел, все. Ладно, удачи тебе. Еще увидимся. Гномик, беги! Тут смеют. Мужик, ты больше врач. Показывает свой маленький член. Врач смотрит и говорит. Че, говорит? Жалуйтесь? Нет, говорит, хвастаюсь. Рома, привет. Александр зовут. Заплутал. Александр. Как дела? Замечательно. Че, в ночи гуляешь? А мы тут это, рыбу собрались ловить. А, не поздновато? Не поймали ничего. Да хоть пивосику. Пьешь пиво? Я нет. Я не пью. Пьет. Вчера водку с нами пил. Не, я пью. Держи. Спасибо. Пивосик. Не стесняйся. А я, может, это, литературу любите? Да, чуть ты похож на кого-то. Узнали? Был такой какой-то там. Александр Сергеевич. Про кобыли, который там зад ставил, да, что дворник... Это ты написал? Вытащить не мог. Ты написал-то? Это я! Или присвоили тебе там? Это я написал. А что у вас за друг? Да, нафигалился, уже разговаривать. Нафигалился, да. Давай это, огурчик выпьешь? Слушай, я... Съешь огурчик-то. Я прям... У тебя вообще такие бакенбарды, я такие тоже хочу. О, рыбку, может. Рыбку возьму. Приклеил, что ли? Не-не-не-не-не. Настоящий. Рыбку возьми, конечно, возьми. Оп. А хочешь огурчик? Солененький. А что-то... Да нет. Возьми. Да, блядь! Да идите нахуй! Вы должны были их напугать до усрачки! Посмотри на них! Да, я вижу. У меня был замысел такой. Вы не так быстро придете. Во-первых, далеко мы вас увидим, и мужики пойдут, предложат бухнуть, вся хуйня. Вы поймете, что это стрёмная какая-то движуха, и вы какие-то сразу завозные, веселые пришли. Вас не напугать, что ли? Ты просто не представляешь, что тут до этого было, пока мы до тебя дошли. Забей, мы Александр в стране завозов. Вот он называется этот ролик. Но я хотел вас создать ситуацию, как было в комнате, когда тебя закрыли. Это... Присоса мьюзик. Короче, я могу слить каждого здесь. Давай. За столько. Нет. По пятюнчику. Да ладно, никого не солью, съебать отсюда. Мы тут рыбу ловим, а вы прикалываетесь. Не пугайте рыбу, не шуметь. Сань. А. Иди сюда. Блядь, да что ж такое, ты ебаный за день. Нахуй я вообще снимать начал, сидел спокойно, подкасты свои. Илья к озеру уйдет, Илья к озеру уйдет. Илья около нас. Видишь? Не ловит? Можно лодку воспользовать? Мне на остров. А зачем? Мы... Да. Пока. Лукоморье. Дуб? Да. Зеленый. Да. Садитесь, пока не зарубил. Поплывешь? Тебе он сказал, не мне. Так а ты со мной? Нет, не в этой ситуации. В любой другой, но не в этой. Пока. Давай. Пойду зарублю кого-нибудь. Ты похуй, что сейчас происходит? Ты поплыл-то, блядь. Хороший вопрос, Саша. Короче, Илюх, сейчас без завоза, клятва. Я тебе клянусь всем, что у меня есть. Сказали, что на острове видели волка. В чате написали минут 40 назад. Клянусь. Ты выглядишь просто не так. Что, знаешь, тебе верить? Я что, не внушаю доверие? Не убийца Симса, хуйня. Возьми себе, я тебя со школы не-то любил. На острове, возможно, реально есть какие-то собаки, но не волки, это просто собаки обычные. Да ладно, иди без меня. Все, кто возле озера, вам беда. Александр Рыбак.
Че, удачи? Давай. Давайте. Очень стрёмные мужики. Я просил актеров найти, а не реальных убийц и маньяков. Ну, короче, вы видели. Я когда их увидел и понял, что я с ними ночь проведу в лесу, я что-то немножко подобосрался. У меня вот пропало вот это авантюрное настроение, немножко сидел обосрат. Короче, я что-то мое оружие против меня сыграл. Я немножко подобосрался и с ними обосрат, и я немножко сидел. Со временем мы подружились с пацанами, я снял с ними ТикТок. Снял с ними кружок в телегу вообще. Короче, нормальные мужики оказались. Ну да, сидевший. Блин, здесь рыба охуенная. Гуся, да, ты гуся, ты меня не будь. Не, Саня, ты мы не доплывем. Главное, чтобы здесь речных монстров не было, это пиздец. Я тебя не трону, ты не беспокойся. Чего? Это сейчас на вечеринке вас никто не приглашал, не звал. А вы что, типа школьники? Вы не типа, а школьники. Меня Паша зовут. Паша Лох. Это нормальное имя. А ты кто? Я Юля. Юля. Вот мне Юля нравится, я буду с ней встречаться. Это ты, ты что, еще один NPC пришел? Короче, пока я жду Илью, чтобы ему кое-что показать, мне тут понравилась девочка Юля, школьница. Я сейчас пойду и признаюсь ей в своих чувствах, чуть поговорю с ней. У нее есть какой-то парень, но он лох. Пойдем лучше поговоришь с нормальным мужчиной. Нормальным? Это с каким? Вот. Здесь такие улицы. Нет, вот помнишь, игру про Эрика? Про Эрика забудь. Есть Pineapple. Вот он, настоящий мужчина, боевой, витый. Могу твоего типа вырубить просто. Давай. А он тебя за базар. За базар тебя не тянут. Алло, Макс, здорово. Здорово. Просто сейчас на съемках у Exile, я все хотел проверить эту систему и спрятаться за шторами. Как считаешь, норм прятка? Тупо за шторами? Да. Хоть там двойные сделал? Нет, обычные шторы просто возле двери. А вот это кто там ходит? Вот это. Это что? Блять, вам не видно? Во-во. Вот это вот. Вот это кто? Вот что? Это мой гномик? Ночной кошмар просто, что мы находимся посреди темного озера. Где еще собаки? Где еще собаки, и при этом у меня камера с собой в руках. Я точно сплю, не сплю. Выйду ночью в поле с конем. Подо с конем. Ночкой темной тихо пойдем. Подо пойдем. А мы пойдем с конем. По полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. А мы уже приплыли на остров? Yes, sir. Как нам туда перебираться? Не знаю. Эк, в какой момент ты решил вот это все сделать? Ну-ка. Гуся ты, гуся. Где? Подожди, а как ты собирался на остров вообще переплыть? Не знаю вообще. Нахуй мы сюда плыли? Не знаю. Ладно, дебил, выходи, нашли тебя. Что нам делать? Может, посмотрим близок карту? Давай посмотрим карту. Мне просто, типа, какое-то безнадежное. В общем, суть такая. У меня ребята отмечены в приложении. Все. И сейчас я воспользуюсь своей подсказкой. Там утка. Утка. Не нравится. Но я скажу так. Я посмотрел карту. И в основном все сосредоточены в поместье. А здесь тут есть? Да, здесь есть. Есть люди, которые швартанулись просто вот в части озера, ну, где тяжело добраться. Что там, мне страшно, я плыву туда, блядь, спиной. Блядь, а куда мы? Ёбаный в рот. Где мы, блядь? Александр Сергеевич. Мне волосы нахуй оторвали. Все, вас нашли дебилы. Все дебилы, которые здесь есть. Слушай, тут где Шрек, блядь, по-любому. Слушай, тут какие-то индейцы сейчас по бокам начнут с лука стрелять. Тихо, возьми правее, тут там мина какая-то. Ёбать в рот. Тихо, бери. Стой. Блять, мы на что-то напороли. В датуре? Да, вот здесь еще труба. Бля. Слушай, подожди, свети вниз, блядь, не въебай мне, свети, мы сейчас потонем, нахуй. А нахуй наш в центр веду, если нас проткнуло. Стой, там тоже эти балки. Реально? Да. Куда плыть-то? Ой, где остров? Да я не ебу сам, нахуй. Лучше бы я нахуй дома сидел. Да, иди с апоцами в силе. Вместе для того, чтобы быть жертвами какого-то убийства чудовищем, блядь.
Ты что смеешься, Дима? Ты понимаешь, что мы находимся посреди ночи в каком-то поместье, где гномик в лесу нас встречал, и плывем пойми куда. Здесь вообще призрак, но... Йо, еще птица. Я вообще не понимаю. У меня дереализация ебаная. Что мы делаем? Я шорох слышу. В смысле? Вот там есть шорох, точно. Плывем? Там дохуя уток, просто пиздец. Но они же напасть могут на нас, ты понимаешь? Нет. Ну тут какой-то крокодил или мутант 100%. Не ссы, Саша. Ну вот в этом месте, где понял, ну Саша, умирают мужики и рыбаки. Право. Еще понял, еще трупак, нахуй. Вот так. Слышал? Какая-то хуйня была. Какая-то, это просто тина. Нет, там звук был с леса. Ну все, в лесу, в это, на острове нашли вас всех. Ты снимаешь? Да. Да у нас на острове баблинку показывал. Мы с Пэтом на острове нашли вас. В том, что мы хорошо спрятались, реально. Почему? Кстати, я... Тихо. Что? Что он сказал? Снимай. Пускай на острове тут. Илюш. Ой, там утки просто... Я говорю, не за нами плывут. Все, мы стёбаем, мы стёбаем. За нами плывут утки, ебать нас. Я клянусь тебе сейчас. Ну греби, хуй ты, блядь. Сука, да я просто поснимать хотел, повеселиться, блядь, а не от уток в погоне участвовать. Где мы, блядь, что происходит? Греби, Саш. Да куда? Если что, веслом ебать. Бля, главное, что у нас свет сейчас не разрядился, это просто. Вон плывет, смотри. Одна. Ну одну мы тоже хуй бьем, если она сейчас начнет орать. Да все, идите нахуй! Утки ебаные! О, мы оттуда пришли. Я вижу, блядь, цивилизацию, да. Нахуй съебаем с воды. Что, блядь, вообще за прятки? Слушай, эти масштабы. Не знаю, вот там вот свет какой-то. Свет в лесу? Да, вот там как будто какая-то лодка. Что, блядь? Вот надо было, сука, вот фонарик мне какой-то ебачий брать. Все, повезло вам на острове, те кто. Отдаем вам 300 тысяч. Ладно, повезло. Посмотрим на вас, когда сужение территории будет. Посмотрим на вас, когда утки вас загрызут, блядь. Эх, блядь. Ой, блядь, спина отнимается, да хуй ты спиной, блядь, мы почти приплыли. На острове вам повезло всем. Я все ебал в этой жизни. Какого хуй на сегодня начал снимать, блядь. Завязываю опять, Илюх. Ты реально хочешь еще одни арбузы подарить? Чё? Ты слышал? Нет. Там кто-то на дереве как будто. Я говорю, на дереве кто-то будет 100%. Что? Чё за хуйня? Сзади, блядь. Ёбаный рот, блядь. Операторский этот. Либо они от ветра просто так пошатнулись. Вряд ли. Ну, донатом, да, кинь тогда просто. Ростик, а ты где? Спасибо, Рэй, спасибо. Да, слышу. Ты где, мальчик? Я возле озера. А я тебя вижу, мальчик. Ты мне нет. Я, честно скажу, я воспользовался подсказкой, я знаю, что здесь находится человек. Даже два. Но где конкретно, хуй знает. Ты видишь? Что? Вот там часть острова. Там свет? Кто светит? Свет ли вам? А. Реально, вот он, то, что передвигаться нельзя. Я же потом просто видосы все засру. Да почему? Ты что, передвигаюсь? Нет, ты же не передвигаешь по нычкам. Помогите, блядь! Тут невозможно находиться, блядь. Я козел. Данончик! Юля, я был другого мнения о тебе. К сожалению, твое мнение уже... Мы не знакомы! Мимо. Давай, Дмитрий Михайлович. Респект, Дмитрий Михайлович. Бля, как будто актеры лишние вообще. Привет, Юля, меня зовут Дано. Я нашла объявление за 26-27 тысяч. Мы обсуждали наш совместный проект по истории. Я хотел сказать, что я из агент ФБР. Вот, я приехал проверить вашу школу. Меня пропустили в вашу школу с сигаретами. Что насчет сигарет? Давайте изымать будем. Нет. Ну, короче, он не найдет их чисто физически. Он реально выбрал очень сложную локацию. Мне кажется, уже надо просто сужение круга делать и все. Я же не зря вырядился как агент. Первая камера слежения, которая у меня стоит, я уже за ней слежу. Я вижу полностью практически все здания. Вот так я вижу, как ходят люди. Какие люди. Но это точно не Илья. И когда будет Илья в кадре, я буду знать об этом. Скучно. Космически скучно. Я не знаю, чем себя занять. Я уже попереписывал, музыку послушал, тиктоки полистал. Это 6-й самолет летит, я их тоже посчитал. Возможно. Так, отдельно хочу сказать спасибо чувакам со съемочной команды за то, что мне чай носят. А, кайф, вот, что? Это что такое? Это что такое? Очередная моя камера
приделана к машинке. Но проблема в том, что она не выдерживает. Машинка не выдерживает камеру. А мы можем отцепить от машины, и чтобы кто-то из операторов просто походил, поснимал Илюху со стороны? Не едет. Я газовал, даже крышки вставал. Илюха, я нарушил правила. Правда, проиграл. Выигрыш дашь? Нет. Я не приду. Ну, иди на. Илюша, когда мы поедем домой? Это Каролина. Каролина, это ты? Каролина. Ты кто, пиздец? О, слышишь? Да, да. На дереве и бил. Вот нет, они нет. Бля, единственное, я не понимаю, вот то, что там вчетвером, вот Леон спрятался, девчонки. Дебил в джунглях, нашли тебя. Чем я реально думал, когда эту локацию утвердил, а точнее ее, блядь, размеры. Есть. Короче, есть одно место, которое я вот что-то забыл. Кашу про него, нажал, я про него и смотрел и про него забыл проверить. Сейчас я просто тебе покажу его. Пошли, Саша! Эй, ты! Подойди сюда! Я легко будто пытаюсь сделать все масштабнее и прыгнуть выше головы, но при этом суть самих пряток уходит на второй, а то и на третий план. Короче, помнишь, ты был бильярдом в этом, играл партию? Ну. Я стоял за шторой, и забегает, ты начинаешь проверять куклу Чаки, забегает. Не, он не пытается прыгнуть выше головы, он просто понимает, что есть огромный масштабный план пряток, и он просто, ну, на этом моменте делает контент. Да, ты убегаешь. Еще больше контента. Подожди, а ты почему вышел? Я вышел, потому что я перемещался, так нельзя, правило. Я знаю, что пацаны в достойных местах сидят, не хочется на что-то претендовать. Сейчас, подожди, дай, я проверю кое-что. Давай. Спасибо еще раз, Рейс. Вот, короче, вот здесь место? Да, да. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Нина мама. Да. Правильно. Все, мы вас нашли, а я к вам пытался попасть, а вы не открывали. Тут вот, вот эту защелку нижнюю, я что-то даже не попытался. Я мама Сабины. Она мне рассказала о вашем интересном проекте. Мне это очень заинтересовало. Мне очень понравилась игра. Я просидела в шкафу 2.5 часа. Малышка. Хотелось есть, пить, что только не хотелось, но я терпела. Она так похожа на маму, щечками и смехом. Вот. Ну и потом меня нашли, слава богу. Уже хотелось, чтобы нашли. Рыба охуительная была. Короче, ебов, если бы ты увидел от медведя и не знал про меня. Стоп, ты не прочитал. А, ой, извини. Настройтесь духом перед комнатой Exile. В комнате очень опасно, настройтесь духом перед... Там за... Проходи и смотри налево. Смотри все экспонаты в музее Exile точно. Первый экспонат. Так. Это чил. Это не экспонат, это просто замена. Второй реальный экспонат. Все костюмы, в которых ты снимался, то есть это как музей реально, то есть музей пряток. Шерлок Холмс, подожди, какие костюмы? Ты были настоящие люди. Сори. Подожди. Что? Не было Хитмана? Ну, потому что это как бы просто костюм, и типа, ну, не знаю. Так вот же костюм этот. Ну, вот он. Еще был Джек Воробей. Реально? На корабле. Точно, да. Так, и третий. Стой. Это самый спорный экспонат, который я придумал. Сейчас, секунду, не смотрите. Открывай, срывай. Их там две. Это башня из твоих шампуней, Экстаз. Да, она очень хуйно выглядит, а можно на клиру сделать. Еще эта хуйня отпадает. У вас трое наушников, ребята, будет. Трое. Это еще увеличивается шанс, понимаете? Блин, ну круто. Поэтому тут она на скотч, чтобы светилась. Дорогие друзья, вот экспонат. Шампуни. Спасибо. Лучшие уходовые средства для вашего тела. От чистого. Скоро третий набор. Я не знаю, у меня просто слов нет. Там есть мыло, гель для душа, шампунь, бальзам для ваших волос и, конечно же... Бля, бальзам волос от Илюхи Exile с кокосовым ароматом — это что-то с чем-то. Я вам без шуток говорю, это один из лучших бальзамов за последнее мое время. Он очень классный. Только быстро закончился очень. Где-то 5-6 помывок я его брала в Европу, вот туда привезла новый, и все, и даже не увезла, потому что там 5 помывок и все. Даже 4-5 помывок, да. Но выборочно просто, если в одном районе, то сразу несколько. Ну да, сделать какой-то, например, этот, какую-то область. Типа не прям в Московскую область ехать, а вот, например, до какого? До второго кольца, так можно сказать? В России челов, который заказы обрабатывает, пару заказов тебя отобрать и все, не 100 штук.
Ну, хорошая идея, прикольная. Запишите, кстати, в таблицу, у кого доступ есть. Гель для вашего лица. Всем спасибо за просмотр музея. Это очень охуенно. Удачи вам найти, я говорю, что она вам очень сильно пригодится. Пацаны, за всю историю так никто не прятался. Короче, в чем суть? Вот поскольку пацаны так хорошо спрятались, мне как будто очень тяжело будет ограничивать территорию. Но просто иначе у меня просто других вариантов нет, как будто. Да. Реально? Прикинь. Ты думаешь, мне туда надо? Да, надо, малыш, надо. Реально? Ну, сейчас я тебе... Давай, дорогой мой, я тебя укрою сверху. Обратно залажу? Конечно. Лёша! Данила! Да это нереально там есть. Там нет их, это просто шкаф. Данила, Данила. Это шкаф? Ну, скажи мне, что... Да, конечно, открой. Только залезай. Закрой обратно все. Да закрой, залезай. Почему меня все ненавидит? Почему меня все не любят? Ты как? Такие, а да. Что это ты за ветку? Какая большая ветка, гномик? Wi-Fi ловишь? Гномик, ты единственный мой друг. Меня все бросили. Всего хорошего. Я еще приду. Следующее включи. Узел, блин, курит. Все, размялся. Что происходит? Там Саня пройдешь. А ты ему стримишь? Вот он, Илья. Илюха узнал, что я стримлю. Что Никита меня стримит, они стоят у меня за камерой вот за этой. И я слышу все, что они говорят. Сейчас будем пробовать запускать дрон. Илья что-то мне говорит. Иди-ка ты. Он ему стримит мое местоположение. Смотри, знаешь что? Есть одна очень хорошая новость. Так. Скоро рассвет. Реально? Да, очень скоро. Скоро станет типа светло. То есть, ну, я думаю, по сути, это как вот, знаешь, как бонус какой-то. А потом уже чуть дальше, типа, уже сужение надо делать. Погнали, короче. Там просто вот, смотри, там есть тоже территория. Так есть смысл пройти туда, когда рассветет. А сейчас здание. Ну, мы, наверное, дома никого-то не нашли. Здесь есть подвал? Конечно, он идет сразу же в этот дом. Прям наверх, хорошо, что я присел. Я, возможно, от смеха просто. А вообще, эта школа рабочая? Типа, я обслуживаю кабинет? Они зашли. Но девочка сказала, мне поможет, если что. Актриса. Вы что здесь забыли? Я ищу людей. А у вас на этот этаж есть ордер? Конечно, вот он мне в руках. Погнали, здесь есть второй этаж, погнали на второй этаж. О! А ну-ка, ебни, что-нибудь из нашего. То есть усадьба чья-то. Не пошла, я все-таки не музыкант, я поэт. Угу. Давай первый. Я? Для кадра сначала. Еще для кадра тут никого нет, только странные статуи какие-то. Ты что-то слышал здесь? Да, мягко говоря, слышал. Давай, Саш, туда. Вот так можно, да? В этом здании мы не шумим. Вот здесь точно разбивай. Там гномик. Я поняла. Ну все, хорош. Я твоя смерть. Хочется уже поесть утятин. Я не знал, что эти пчелы убить могут.
блядь, просто доплыли, я въебался в пчелиный рой головой. Закни ебало. Молчать, блядь. Кислорода прям становится мало. Бориса! Крыша, все, хана, умираю. Юля! Юля, любовь моя! Покажи мне Юлю! Где Юля? Ну я тебя вижу насквозь, дебил. Нам как минимум нужно 5 ловцов, чтобы вот тут кого-то искать. Схуев я это именно в этот день решил с ним. Блять, я же был вход. Ты придурок. Но мы здесь разве что вальс с тобой можем станцевать. Эй. Может, здесь никого нет? А вот это что за сплочение? Туда не пробовал бить кулаком? А, блядь, тут металл. А, охуеть. Вот ты говоришь, проход здесь, и здесь нет прохода. А чем он закрыт? Ну, он открывается с той стороны как раз. Постой, дебил. Нашли меня? Да. Выходите, дебилы, мы всех вас нашли. Мы нашли, все, можете выходить. Вы все выиграли, всем по 300 тысяч. Может быть, даже Егорик выиграет. Блин, ночью это вообще погибель, блядь. Блядь! Вот это вообще что? О, блядь. Ну, я не уверен, что он кто-то с водолазной маской. Умный дебил, который подумал, что можно купить водолазную маску и спрятаться здесь, можешь выходить. Может, просто... Придем к выводу, что это не работает. Дорогие друзья, я уже сижу порядка 4 часов в одном месте. Мне реально скучно и не весело. Одно очко я уже сломал. Я не знаю, что я происходит. Бы просто легла, как я уже спать. Хочу выйти. Почему меня не взяли на тот остров? Эрик! Эрик! Эрик, я больно! Вы знаете, что этот лес сводит с ума людей? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Юля, бежим скорее! Бежим скорее, там этот рыжий! Оля, почему Паша? Скорее бежим! Почему Паша? Я Паша теперь, Юля! Юля, давай пока, я уезжаю. Пока. Давай. Пока. На, мы не сможем. Да, актеры реально. Напишите кому-то, не знаю, кто у вас... Да. Мне нужны 2 лодки. Короче, сейчас ждем лодку и плывем. Удачи. Это очень смешно, как вы уплываете. Все, мы уплываем. Седова. Главное, чтобы сейчас именно Илюха не вышел к озеру. Илья вообще в усадьбе. Он в усадьбе? Да. Ну все, пойдем. Все, короче, нами было принято решение, что мы отплываем на берег. Хватит нас этих уток. Не считается, если издалека Илюха, допустим, увидит нас. Все, погнали. Когда бомбер, малышечка. Бомбер, у меня нет столько денег, столько выпускать. Ты знаешь, что одна партия бомберов там от 2 до 3 до 4 миллионов стоит? Еще куртки надо, 2-3-4 миллиона. Еще надо вот эти партии, которые пошились, тоже миллион-два минимум. Ну, это не так. У меня нет столько денег шить все подряд. Я клянусь, там Илюха. Ребята, мы куда-то прибежали от Илюхи. Такая вот возня. Те, что закрыты двери, за ними никого нет? Не, за собой двери закрывать нельзя. Может, это иллюзия закрытия дверей? Вы что, гоните? Алло, я четверок! Алло! Чё за хуйня? Вы чё? Алло! Сабина, Каролина, Леон! А что это было, собственно? Не знаю. Вы где, на острове были, да? Нет, просто тупанули. Мы хотели сейчас пойти там повайбиться внутри здания, а вы нас так быстро спалили. Вы думали, мы не там? Мы думали, вообще мы не думали. Мы устали сидеть там, где мы сидели. Это было очень тупо. Как бы по-тупому. Очень по-тупому. Сабину нашли. Может, обратно реально, блядь? Блин. Ну, лоханулись.
Мы изначально с Леоном решили спрятаться на острове, который здесь недалеко. И мне Леон сначала долго пытался уговорить, потому что я не хотел лежать там в сырости, где-то вообще на острове, непонятно, вдали от всех. В итоге потом меня уговорил, и потом, когда мы уже собирались ехать на остров со всеми вещами, там, с продуктами, мы узнаем, что Каролина и Сабина тоже туда едут. Еще и едет бустер с Диларой. Блять, я обожаю рыбу. Мы сидели на острове, я не знаю, несколько часов вайбились там. Илья приходил на этот остров, был очень близко к нам. Рыба — это заебись. Мы слышим просто его голос, буквально вот в метрах 15 от нас. Так немножко я приподнимаю голову и вижу, что фонарик светит прямо в нас просто. Потом что-то лежим и смотрим по блинку. А Илюха уже уехал, короче. Ловили ж рыбу здесь. Да блин, на самом деле нас поймали, потому что мы вышли с нашей локации. Мы сидели на острове. Я того рот ебал, какие здесь караси. Я не понимаю, как он так быстро, находясь у острова, оказался на территории. Карп. О, просто, блядь, не карп, а ебаный кабан. Охуеешь? На самом деле, блин, мы устали жестко. А, здесь охуенно ловит рыбка. Илюха Иксайл пригласил, и как-то, ну, странно просто прятаться, знаешь, у меня такой форматик, то, что я не люблю играть по правилам. Чего ты не остановилась? Я думаю, у меня есть валик еще продолжить играть. Поймали, ничего не поймали. Однажды мне приснился сон, что я буду с девушкой стоять у озера. Это больше не сон. Когда-нибудь это сбудется. Может, у вас даже свидание будет. Представляешь, как здорово будет. Да. Мы с Пашей постоянно ходим на свидание. Он безумный романтик. Да, это давно я даже по волосам вижу. Ты типа романтик? Да. Давай мы его испортим. Граждане. Разойдитесь. Меня Юля ненавидит. Ей нравится Паша. Мы Паша? С Пашей встречаемся. Паша это лох, динозавр. Паша отличный. Паша это ботаник, фуфел. Дилара, дай два совета, как понравится девушке. Слушай, мне кажется, ты и так ей нравишься. Я ей... Да? Ну, кстати, возможно. Девушки, они любят ломаться. В смысле, не как машины там. А, у нас сделал спуску. Да. Ты что, меня отстегнул? Да. Блин, ну что? Чего за хуйня? Они же еще дальше отплывают. Да. Ты знаешь, чтоб тот нырял. Илюха. Вот я говорю, нет смысла вот по компании. Очень тяжело. Так. Сидеть невозможно. Холодно прятаться. В спине везде. Ноги затекают. Встаешь, ноги ебалят, тоже затекают. Особенно вчетвером. Принципиально, тут ты же была с ним. Ну, хотя... Я хочу... Там круассаны с водой есть. А чё у меня вообще микро выключилось? Ай, я там много всяких теорий рассказывала, поэтому забейте, блядь. Здесь ты захрапишь. Уже будет дышать нечем. English or Spanish? Spanish. Тот двинется, тот гей. Это что? Здрастик! Ты кто? Растик! Ты кто, блин? Растик! Ты как? Ты чё? Ситуация патовая. Я чувствую себя беспомощностью. Просто... Алло. Застрели меня. Давай. Сейчас мне Лёша звонит. Кореш? Алло. Да. Илюха, а может просто, ну, ради интереса хотя бы сужение сделаем? Нахуй по этим лесам ходить? А ты в здании, да, каком-то? Я в здании, а ты где? А ты видел меня? И видел, и слышал, и чувствовал. Угу. Да пошел ты. Че, кого? Ты кого поймаешь? Я слышу Каролину. Я тоже слышу Каролину. Давай, Илюшка. Сужение хочешь? Хочу сужение, да. Он где Каролина? Пошли быстро найдем Каролину и его найдем. А где Каролина? Она недалеко, она где-то в здании пошла, скорее всего, попить или поесть. Вдруг он там... Точно! Мы не смотрели самое очевидное. Так вот, Каролина, блядь. Нет, там у него была акустика, как будто он в здании. Стой, стой. Ёб твою мать, блядь, Илюха. Сейчас найдут. Какая суета происходит, точно не прятки. Открывай. Александр Сергеевич.
будь осторожнее. Блять. Сукины дети! Это море! Стоп, зеленый! Спрячу я. Да сколько здесь чака, блядь? Подожди, там не только чака, там еще что-то есть по-любому. Чака для отвлечения внимания. Возьми его за ритузы, вытащи, да. Ой, извини. Доллар, вот тебе деньги, давай бомберы. И Поттер, я вижу твои очки, это Ростик! Я нашел! Ты вообще осел! Ростика нашли. Он тут, в нашем доме. Буквально метра три от нас. Мощно, чтобы он шкаф пооткрывал. Да он не найдет нас, это невозможно. Зачем он сюда залез? Нет. Он просто решил ко мне залезть почему-то, я не понимаю. Блин, ну ты осел! Ну реально обидно. Типа, зачем так делать? Ну, а зачем так делать? Ну, я реально там 4 часа сидел, не двигался. Один. Без интернета, без телефона, без всего. Мокрый, потрогай. Все, ничего мне говорить. Как же мне обидно за Ростика. Это просто невероятно. Потому что мы разогнали с ребятами то, что я просто до него докопаюсь минутку, потом закрою. И сверху опять этим ковром накрою. И все будет Гуччи. В итоге я только залажу туда. Сверху начинаю досочку вот эту на себя класть. Заходит Илья. Сразу же по этой доске с ноги. Бабах! Меня впечатывает. Я сразу же прыгаю на Ростика, понимаю, что все. Я, короче, мне очень обидно за Ростика, поэтому мы сейчас с ним пойдем на сеанс психолога. Он из-за меня проиграл. Дорогие друзья, время... Жалко. Нифига, я вообще как будто бы... Никогда не видела, что Ростик плакал. Это что ж надо так? Сколько, Лёх? 3.19. Жалко, бедный Ростик. Ну, блин, Дерзко тоже не знал, что он может его так подставить. Он не специально же. 15, получается, мы уже 4,5 часа здесь. Снова поменялись местами. И проклинаем Илюху за то, что он очень плохо ищет. Нам кажется, что если бы искали мы, то мы бы уже давным-давно всех нашли. Но это не так. Но это не так, потому что искать реально тяжело. Но поезд остается для одного человека. В идеале, да. Но у нас дуо просто. Все затекло вообще. Вот теперь я устал. Как твоя жопа, Кашин? Слава богу, я не мерзну. Не сильно мерзну. Я слежу за всем, что происходит, информирую всех в чате. На данный момент Илья находится в гримерке. Я все еще стою за шторами. Смешно звучит, но я все еще не вылетел. И если я выиграю, хочется спать. 4 часа ночи. Стоп! Подожди, а это что за хуй? Мне нужна какая-то лестница, наверное. Давай, давай. Ты держишься? Да конечно, блядь, только не на позвоночник бы, а чуть вправо и влево. Тут никого. Блядь. Все, приседай, приседай. Да какой приседай там, блядь? Слезай обратно на эту хуйню. Помоги. Да хуй ты творишь, идиот, блядь. Нету? Странно, да? Под кроватями у девчонок обычно пацаны прячутся. Извините за беспокойство. Дамы? Да, да. Джерри, мы в дерьме. Парадеевич, ты где? Давай сужать территорию. Итак, друзья, вы совершили подвиг. Это первые прятки, когда я вообще очень плохо поискал и не нашел никого практически. Поэтому сейчас будет сужение территории. У вас будет 10 минут на то, чтобы перепрятаться. Территория сужается только в рамках поместья, в рамках здания. То есть вот это полукруглое здание, только в нем можно прятаться. В местах, где открываются двери. Я не буду сейчас выходить, смотреть, лишь только сидеть у себя в комнате, где сидел. Это, к сожалению, тяжелое решение, потому что у вас реально очень крутые места, по всей видимости. Но иначе я просто вас не найду. Плохая новость для меня. Мне да, нужно вылазить, потому что зона сужается. Подумала. Можно прятаться только в зданиях. Поэтому я вылажу. Так, короче, у нас перерыв. Надо менять места. Ну ладно, хоть Даня со своей жопой хотя бы будет в тепле. Бля, бедные. Чисто сидели ради чего? Ради того, чтобы все... Ну ладно, они хотя бы прошли.
Да, я хотел, в принципе, опять надеть этот костюм и куда-то в кусты прыгнуть. Но сейчас я понимаю, что я... Короче, я пошел в доме нычку искать. Иду перепрятываться в какое-то место. Ну что, круг сузился. Но так как моя прятка все еще находится в этом диапазоне, я остаюсь здесь и менять ее не буду. Я тебя нашел. Пацаны, вы как там? Давайте я просто как дебил за шторой встану. Короче, сижу до талого, не включаю свет до момента, пока меня не найдут. Место говно, но времени искать новое нет. А, это правда трудно. Но, я не знаю, локация гиперогромная, гипер тяжело искать. То есть в кустах что-то смотреть, это прям невозможно. Это нужно было брать какой-то суперкрутой фонарик. Видимо, мой удел в другом. Не мое это, пора признать. Срывай бакенбарды и иди искать, как Илья. Думаешь, ты поэт? Я жил иллюзиями. Все это время я пытался найти того, кто поистине хорошо ищет. Я был кем угодно, но все это время я не был собой. Я это Илья Иксайл. Российский Илья Иксайл, не российский мистер Бин. Пошли, Саша. Пора надрать им задницы. Ёбаный пи***, кто спрятался среди камер. Не мужчина. Я никогда не прятался. Блять. Прикрываешься камерами? А ну, малышки, расскажите, кто здесь был? О! Чё? Опа! Уликис. Улики. Твари, да как вы смеете? На втором этаже было много комнат. Решили в логово к хищнику зайти, Вы, к хищнику пойти решили? К вам не заходили тут случайно? Я бакенбарды, у меня слетели, мне в Дантес дал. А вот здесь кто закрылся? А сюда можно? А не знаю. И вход запрещен написано. Опа, твою мать, блин. Ой, прошу прощения. Там мужик. А он проснулся, понял, вот в этом состоянии, в котором вот это. Все, кто здесь, пизда, блин. Ураган несется, Илья Иксайл ему название. Вы бойтесь лучше, Вы все, кто по нычкам. Мужской есть? Кто здесь обоссался? Чушпаны вылезли по-быстрому. У вас тут гномик гуляет. Какой гномик? Вы что, частники, лазите? Давайте доставайте ваших тут этих припрятанных. Секретки свои открывайте. Сейчас мы вашим гномиком кудри-то пообрываем. Здание то. Вам что-то непонятно. Вам сказано, здесь посиделки у нас идут. Обсуждение, педсовет. Сейчас расскажем мы вам на посиделках. Вот вы все не мужчины. Потому что... Вы заметили. Давайте провалим, кстати, думаю. Кого-то прячут. Идите спать. Стой, я заметил. Ебаные ворота, блядь. А где ты был? За шторами все время, но здесь. Здесь? Да. Клянись? Я клянусь, я все время был. Все это время ты был здесь? Да. Все время, ебаные, 4 часа я стоял за вот этим. Ты прошел, ты проверил, вон те мне сказали первые, но ты не проверил. Просто меня здесь отвлекают. Супер рад, но ты меня нашел, чувак, я заебал. Да, я хочу ссать! Ладно, я нашел первого человека сам. У меня была супер авантюра. Я все хотел это проверить, и, возможно, зрителям может сейчас показаться, что я придурок ебаный. Но тем не менее, можно ли спрятаться, знаешь, типа в таких местах тупорылых, типа за дверью или там за шторами? И если ты выиграешь в таком месте, это супер круто. В принципе, я рад очень, но миф разрушен. Привет, да. Наташа, я тебя люблю. Выйдешь за меня замуж, нахуй, токсичка. Ну горло закапай. Это что здесь? Что там? Это что здесь? Это штора. Сказано же было, по крышам не лазить. А мы не лазим, мы на подоконник. Туда можно вообще по правилам? Конечно нет, вы чего? Смотри, сюда. Кроссовки. Кроссовки? Это ботинки Дани Кашина. Да? Да-да-да. Опа! Зачем он должен был снять кроссовки? Черт возьми, вы задолбали, куда вы спрятали? Сначала у этой самочи украли. У вас гном на рояле играет. Было сказано, что вход запрещен на балкон, вы куда лезете? Оп, а тут не пройдешь. А-а-а. Запрещено, потому что правила, а правила нужно соблюдать. Не получится, стой, у него не получится. А-а-а. Не сможешь. Директор дурак. А, блин. Эх ты, стой, подожди. Стоп. Вперед, оп. Давайте, вылазим уже. Видите, для особо умненьких все закрыто. А теперь не выйдешь. А все.
Директор нарушает правила. А, и вот он и пример, какой детям подает. Вот такой пример детям. Вот такой детям пример подает. Вот такой директор. А я все снял. А я все снял. Отправлю в префектуру. Все. Что это такое префектура, я забыл. О, стоп, стоять, вот он, дебил, вот видно он, дебил. Сразу. Сразу бей. Просто не да, бей. Ну, сразу в голову, сюда. Бей, бей, Дилара там. Во, вот это да. Это отвлечение. Ох, блядство. Отвлечение. Ты почти открыл дверь там. Сверху, сверху, сверху. Дебилусы и придуркусы. Директор нас не наебал. Директор нас не наебал. О, блядь. Вот так. Ага. Конечно. Сейчас, сейчас, сейчас. Покажу. Я покажу сейчас. Смотри, вот. Сейчас мы все покажем. Сейчас покажем. Ладно. Да хуй догонишь. А наверх мы не шли по лестнице. Стой, 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 наверх. Вот маяка. Тот пролет. Стою. А у Масленникова такие же долгие прятки? Как будто нет. Или такие? Слышали, с умом. На крышу свалили. Да нет, там покурить надо. Стой. А внизу что? У нас мы курим. Блядь! Вы что-то не поняли с первого раза? Ну, он телепортируется. Вот тут что за дураки. Добрый вечер, дураки. Всем дуракам вот здесь. Передаю привет. Странно, что вы здороваетесь со что? Так мы ж куришь. Да, у нас голеный жесткий. Я все это время думал, что я Пушкин. Только отошел. Мы туда заходили. Можно женское находится? Имейте совесть всем туда не ходить. Не имею совести. Я наметила. Тем более там для педагогов как раз таки просто. А для педагогов? Кто мужчина, выйдите из здания. Мужчины на выход. Дайте мне просто проверить. О, звонок для учителя. Опа. Мне даже интересно. Ситуация изменилась. В мою пользу теперь. Ему очень кажется, что там люди живут, представляешь? Лилипуты. Ну, что ты узнаешь? Хорош. Хорошее место. Попались. Сука. И что вы теперь скажете? Спасибо за рейд. Спасибо за 180. Привет, ребят. Таш, тебе интересно? Да, интересно, просто... блин, 2.5 часа. Магия? Как так странно? Теле-теле тесто. Жених и невеста. Манера ж, мы вылезем. На полу валялись. О, вы встречаетесь? Не-не, это вырежешь, не болит. Ты чувствовал, да, энергетику людскую оттуда? Когда мы плавали, мы прям вот так вот да, мы просто вокруг острова и ваши. В смысле вы плавали? На второй лодке. Мы на второй лодке были только. Ну, поздравляем. Спасибо. Да я бездарь, блядь. Я просто себя ненавижу. Я поеду. Где-то 4 человека с лодки. Опять. Все, давай, дай бог здоровья. Удачи, спасибо. Мы там сидели, они минут 5 он рвал эту хуйню. Велкому зуб мудрости вырвал, как стоматологу. Отплываем, все, ушли за угол. Тишина, спокойствие, и тут начинается из-за угла. А, да, там просто, прикинь, мы разбудили стадо уток тысячи. Мы включаем фонарик, там огромная стая уток плывет на сейчас было сужение в нашем доме. Да. Нашли Дилару, Славу и Бородеича вроде где-то тут за шторы прячется. Как я и говорил, мы выиграем, блядь. Боис останется дома. Я, походу, впервые выиграю в прятки за всю историю. Серьезно? Да, за все 3 года. Я уже не знаю, как стоять. Я уже не знаю, как сидеть даже. Короче, да. Остался кореш, Парадеич, Горилла и Даня Кашин. Слышишь? Стой, дебильный. А вот эта тема второй раз, очень хорошая. Ну, кореш с Парадеевичем... Здесь снова никого не слышу. Смотри, не просто так здесь стоят. А вот тут вообще не были, слышишь? А вот на диванчик, что все присели? А ну-ка, стой. Неестественно присели. Вы неестественно присели. Можно? Просьба вас привстать. И вправду, естественно, походу, сидели. Баян. Не, ну это же баян. Ну, конечно, хорошая идея, дебилы. А, вот тут смотри. Отодвинуть шкаф почему-то. О, здорово, дебил. А что ты здесь делаешь? О, перевернуто все. Да, здесь никого. Странно. Я в ахуе. Даже здесь? Да, видимо, наверх ушел. В той комнате со занавеской, Бородеич. Наверх полезли. Наверх? Так давай наверх. Тут я посмотрел. Да. Блять. Выглядит как голдовый Бородеич. Ну все арты. Ощущения, вкусы, чувства. Да то, что меня выгнали с моей нычки, с моего места. Как агент сидел и докладывал обстановку и просто доблестно помогал всем в нужный момент замолкать, затихать. И когда отдохнуть, тоже все знали, потому что я всех информировал, где находится Илюх.
Но сужение зоны я был готов. Я знал, что мне придется с улицы перебегать, и я понадеялся на то, что ребята мне подскажут нормальное место и посадили меня за штору просто. Но я не вижу смысла сильно прятаться, потому что придется конкурировать с Данилой и с корешем, а там невозможно. Вы не понимаете вообще, что происходит в этом здании. Если бы вы знали. Живете иллюзиями какой-то школы. Да, тут происходят странные вещи. Странные вещи, конечно. Гном ебать на пианино. В следующий раз гномы этого встречи не стерплю, я вам отвечаю. Чего? Скинь попить. Реально, уже утром. Мы устали. Мы зайдем попить, ты нас выпустишь. Потому что у нас футбик еще. Не дай бог. Если мужское что-то есть... Ну ладно. Какой-то потайной вход у вас здесь есть, скорее всего. Вот это странное, да? Вся карикатура. С банками. Вот там. Издеваетесь? Да вон там, внутри дебил. Чудом там может уместиться. Подождите. Я же уже вам доказал. Полое. Странная здесь композиция. Странная композиция. Говна навалили просто. Говна-то навалили. Зачем? Говна навалили, реально. А под партой дебил. Нет дебила, походу. Ну, кто же вас обманывает-то будет? Да, в натуре дебила. Оставь их в покое! О, здорово. Что там, дебил? Да. Реально? Слази. Кто? Покажи. Это байт грязный. Реально? Да. Блять, зачем ты заставил мне так поверить? О, вы же это, вы же кафе были, да? В этом, в Мистфиле, а вы банкир. Было же дело? Было. Думали, не узнаю. Это же не твои ботинки, я уверен. Не, вы почему-то вот уже очень долгое время здесь. Что-то здесь не чисто. Психолог, давно общались, на сеанс ходили? Я весь день сегодня с ним. Говорит, Вайт, где спрятались ребята? У вас есть в здании человек тут, спрятавшийся? Здесь только актер. Вы уже все раскрылись. Что-то здесь не так. Здесь абсолютно все не так. Ты чувствуешь, что что-то не так? Да я сразу это понял. Гномик это вот был барбершопер. Вот он в барбершопе работал. В Мистфиле. Я что, думаю, это не узнаю? Его. Батюка, как будто с Half-Life орет вот это. Что за хуйня? Гномик, по-братски, поведай тайну. Подожди, стой! Сними-ка маску! Татуха на руке! Сними-ка маску! Нельзя! Сними маску! Снимай! Снимай! До этого был покрупнее, чувак, который был... Враньё! Вот просто у него футбол хороший! А ну-ка, руки вот так, руки покажи. Нет, вот это вот мне интересно. Они свапнулись с обувью. Бля, я ему прям напрямую сказал, нихуя не понял. Бля, ну ты же не меня раз четвертая прохожи. Я понял, я по смеху понял, что это ты. Нет, ты просто шел за мной, говорит, гномик, иди сюда. Я думаю, все, я точно спалился. Я вас провоцировал специально, туда-сюда ходил. Ты на пианино? Это ты на пианино? Это я на пианино. Да ну нахуй, он же это... Это заходил тоже я. Yeah. Почти выиграл, почти на третий. Это очень жестко. А я рядом проходил? Целый двор у тебя, ты его так не посмотрел, ни разу не зашел. А ебать! Ни разу ты не... Я вон в тех кустах сидел там далеко. Сука. Не сужались границы, я бы выиграл, если там сидел. Бля, когда вы обувь спалили, я такой, ну все, это пи***ц. Очень странно, кофта и обувь. Но они просто прикрыли вовремя дыру эту. То он резко влетел в эту обувь, такой, типа, оп, а потерял. Только что сказали то, что нашли Таню, кажется. Хочешь удушнить? Что перемещаться нельзя, но не буду, понимаю, что для контента. Ну, прикольно вышло. Даже мне понравилось. А сейчас они будут нас искать. Здесь, в этом доме и в этой комнате. Да. Я его впервые вот прятка открыл. Как ощущение? Хочу домой. Домой. Спать еще хочется. Кушать. Без суммы кушать хочется. Я очень хочу. Слушай, они же купили банки. Еще домой. Ехать на мотоцикле. Спать охота. Второй раз подряд выигрываю на прятках. Ну что, это была хорошая история. Спасибо, кто смотрел за злым школьником. Ну что ж, наш план не вышел, но мы были близки. Я не знаю, сколько там осталось людей, возможно, это четвертьфинал, возможно, это вообще финал. Те, кто за меня болел, это хуй, сука. А, вот. Монтажеры, пожалуйста, вырежьте, где я тупил. Просто я спать уже хочу. Стоять за шторами 5 часов, это
вайб. Сидел за кустом в том месте, куда Excel ни разу не зашел вообще. Ну, третье место меня тоже устраивает для первого раза. Но вот с гновиком там, конечно, контент еще было просто. Но особенно, когда он вот так проходит, вот так вот, я вот так вот на друг друга смотрим, он идет дальше. Вообще непередаваемое ощущение. Все кроссовки сгадил. Выступать мне еще через 12 часов, мне еще поспать надо. Не, я собой доволен, кайф. Все, зовите еще. Да, подписывайтесь на мой телеграм-канал, вперед. Знаешь, что меня смущает? В прошлых прятках было два последних победителя, это Кореш и Данила Горилла. Ну, точнее, тройки. То есть, и снова опять Горилыч и Леха. Остался Данила и Леха? Да. Пошли. А что, ты мне покажешь, типа, зону? Они вместе. А, реально? Только этот дом. Ну ладно, давайте еще сужу сразу. Первый этаж. Чего? Ничего. У вас в реальном мужского нихуя нет? За шкафом, может? Если здесь линолеум поднимается, то тут может быть второй подвал. Слышь, походу, что-то надо двинуть. Чтобы их найти, надо что-то двинуть. Походу. Вот что-то типа вот из этой истории. Или лучше нет. За шкафом, я говорю. Попробуй локацию выбрал. Сам ты пи***. Стой, Илюх, открой нижнюю правую дверь. Это наш опыт, во-первых. Да ну нахуй. Еба. Да. Илья! Жестко. Чего? Я тебе сказал, что поезд не надо привозить! Стоп! Ай, нога! Ты, Леха, один вопрос. Тебя пропердели? Он 4 банки, блядь, гороха взял с собой и 2 банки фасоли. Вот, смотри. Вы все это время, да, там? Да. 6 часов. Помогите забрать эту... Ищера, аккуратней. Баллон, раз. Вы тут кайфовали. А, погодите, вот, противогазы. Вы как вообще это место нашли? Мы вот эти 20 минут, которые нам дали, чтобы прятаться, мы нашли этот шкаф. Протыкали его, поняли, что там есть место. Клянись мамой. Вырезали. Честный пионер. Вырезали. Вы же в пионерлагере все-таки. Слышь, Горилыч, какая-то хуйня, что-то не вылазит. Давай. Я серьезно говорю. Смажьте его. Что-то не... Блядь, ну Горилыч реально не вылазит. А как здоровяк туда залез? Я сам не знаю. Слава богу, да я лягу. Мы стояли все это время. Ебать, воздух. У меня, понятное дело, есть некий вопрос. Я думаю, вы понимаете, про что это. Кому-то победа должна выйти. Это мой первый донат. Точка, Наташа, ты очень классный. Ну вот давайте победу, Горилыч. Я ни разу не выиграл, например. Манипулятор. Мы вместе выиграли. Мы в прошлый раз вместе выиграли сейчас. В прошлый раз, Горилыч, насколько я знаю, Леха отдал тебе победу. Сейчас похоже на манипуляцию какую-то от меня? Похоже. Мы оба, ну поезд я забираю себе. Леха, разломись. Леха, тебе мне? Мы договорились с ним еще 3 часа назад. Ну, естественно, если бы нет... Мы сказали, я сразу сказал. Эту вещку кто придумал? Я? Все так. Не верите? Нет. Тогда Лиза. Тогда пояс уходит Лизе. У меня все прятки было ощущение, что у меня, вот знаешь, сон с температурой 40. Ну-то сложно было, просто первые прятки такие. Торжественно. Не думал, что я когда в жизни это скажу. Объявляю нового победителя пряток. До этого это был Горилла. И он, по сути, выиграл. Но свою победу он отдает Алексею Корешу. Ну, спасибо. Да, чисто уже утром. Кто знал, не поверит никто, то, что Леха выиграл. Давай, что ты пиздишь? Там все уже уехали по домам. Просто до этого старался завозить, а тут я просто спрятался и сидел молча, и все. О, Лех, что я снимаю вообще? Может, поэтому такие прятки охуенные? Вселенная всхлопнула, Саня снимает. Да. Не происходит вообще. А мне вот он охуенный. Я считаю, что это все равно, это вот так. Мы вместе. Оденьте его. Мы вместе страдали. Поезд, конечно, это, наверное, самый приятный приз. Давай деньги, ладно, молк. Поезд отдал. Деньги себе за. А, там реальный Excel написан. Поезд мой, но деньги мы поделили пополам. Да, он у меня год пылился на полке. Но вот... В смысле, Горилла же отдал победу в итоге корешу или походу нет? В итоге у Лехина он тоже будет смотреться. Манипулятор. Мы вместе выиграли. Мы в прошлый раз... Можно на манипулятор? Себе. Лехи, разломи Лехи. Он же тут говорит Лехи. Мы договорились с ним еще 3 часа назад. Ну естественно, если бы нет... Мы сказали, я сразу сказал. Эту вещку кто придумал? Я? Плюс 40. Ну, хожу. Объявляю, сути, вы... Кто же знал, не поверит никто, то, что Леха выиграл. Давай, что ты пиздишь? Я просто до этого старался завозить, а тут я просто спрятался и сидел молча, и все. О, Лех, что я снимаю вообще? Может, поэтому такие прятки охуенные? Вселенная всхлопнула, Саня снимает. Да.
Мы вместе. А деньги? Поезд отдал. Деньги себе забрал. Пересчитывать, блядь. За съемку. Пересчитывать. Пояс мой, но деньги мы поделили пополам. Да, он у меня год пылился на полке. Но в итоге у Лехи он тоже будет смотреться. 150 тысяч рублей. Я тебя поздравляю. Илюх, я сразу сказал то, что я выиграл. Так ты не выиграл. А? Я выиграл. Я только включаю себе UFC-шечку на PlayStation и начинаю играть. Чего нахуй? Что? Я, кстати, это все равно считается... Нет, стоп! Да. Что? Какой нахуй PlayStation? Подожди. Чего? Вы знак поставили? В то же время я Илюхе говорю... Слушай, ну непонятно, как искать. Были какие-то подготовки? Не, вот как разбежались. Бля, да ну нахуй. Да ну нахуй, ты чё пиздец? Ты чё охуел? Ты чё ебанутый? А чё, да что? Почему ты говоришь, что не было подготовки? Да я не знал про это. Вот камера раз, камера два, а тут PlayStation был. Если был бы день, наверное, бы нашли. Не факт. Вообще не факт. Я даже не видел эти камни, понимаешь? Три человека два дня эту яму копали. Охуеть просто. Ты себе здесь жить будешь теперь? Да. Так он настолько подготовился, что еще люди яму эту копали, они все сами делали. Жестко. Землянка Продевич. Я должен был запустить коптер, еще у меня была машинка с камерой, которая... Саня, вот ты русский мистер Бис. Саня, ты... Жестко. Жалко. Пиздешь? Ты оператор Моргенштерн? Получается так. Не, он оператор Пушкин. Да, я сам в шоке, если честно, что выиграл. Но ничего бы не получилось, если бы не Лиза, организатор, продюсер канала Ильи Эксайл, потому что она подсказала... Ну, слушайте, нычка у этого тоже очень хорошая была. Нам. То есть она вам подсказала место, из которого вы выиграли? Подсказала, подготовила полностью. Подготовила полностью? Да. А деньги вы между собой поделили? Да. Дорогие зрители, Александр Фреймтеймер здесь с разоблачением. Данила Горилла и кореш не такие добрые, какими кажутся на стримах. 5 тысяч. 25 тысяч. Подождите, это Александр Правосудия? Приятно познакомиться. Ладно, выключай камеру. Отдавай бабки. Пожалуйста. Так, получается, еще один момент. То есть вы выиграли в этих прятках. А снял то, как вы выиграли. Кто? Мы сами снимали себя. Блять, тоже верно. Но это пиздец, Саня. Это вот от меня. Это ебаная тема. И от меня. Просто. Блин, реально у Парадевича очень крутая нычка, пиздец. Ну и у кореша с Гориллой тоже нычка крутая. Как будто бы, вот если все шло по плану, вот победу бы одержали они втроем. Ну типа невозможно их троих найти было бы. Ну то есть шкаф, это нужно что? Это прощупать шкаф нужно было бы. Не знаю, а это камни хуй найдёшь. Это тебе заплатили деньги. А заплатили с чьей подачи тебе деньги? Александр Фреймтеймер. Лиза не та, за кого себя выдает. Ну что скажешь в завершении? В завершении хочу сказать, что в целом все очень забавно. Какие-то сюжетные линии плелись просто постоянно. Это, конечно, отвлекало, но в то же время это очень атмосферно было. Конечно, актеры свое дали и наполнили локацию каким-то смыслом. Тяжело, поскольку локация гиперогромная. В темноте. Ночью, да. Да, самое тяжелое. Unreal. Пишите в комментариях, чья нычка вам понравилась больше всего. Отдельное спасибо. Хотелось выделить своему товарищу Александру. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на каналы ребят. Все будет в описании. Всем удачи и всем пока. Вот уведение будет вот это? Да, вот. Операторское. Опа. Во-первых, у меня провалился завоз, но это вообще не важно, потому что когда что-то в жизни не получается, сразу же что-то получается. Я влюбился. Влюбился я в Юлю, но уже все закончено, потому что Юля не испытывает ко мне интереса или я не умею общаться с девушками. Короче, у меня просто всего 5 часов пока съемка, и я не могу там нормально познакомиться. Поеду домой под грустную песню какую-нибудь, буду ее слушать, вспоминать окрестности этой школы. И спасибо Илье Эксайлу, что хотя бы на 2 часа дал мне влюбиться. Всем спасибо. Я надеюсь, что вы счастливы и у вас есть любимый человек. Я не хотела, мне очень жаль, если это правда, но я просто, опять же, я была в полной уверенности, что мы в ролл-плее и все остальное, то есть нам сказали до Талова отыгрывать. Ты все стоишь в отношениях. Как настоящий человек? Да. Нет. Ты свободная девушка? Да, я свободная девушка. Так еще, если тебе Данон напишет, ты с ним будешь списываться? Да, конечно. Привет снова. Очень классно отыграла. Спасибо. Давай. Большое. Пока. Мне понравилось. А как тебя зовут, скажи? Я хочу хотя бы это знать.
Каждому мужчине должна быть загадка. Понятно. Мне понравился ролик. Нифига себе, 1 000 000 за 7 просмотров, за 7 часов. Офигенно. Вот это вот реклама, блядь, в начале. Офигенно. Но, блин, как будто долговато чуть-чуть долговато. Но я понимаю, там столько завоза, столько контента было. Но в минуту... Я не скажу, что скучно было, ни в коем случае. Скучно не было.